Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Вертаве. Маленькая пауза, маленькая задержка, чуть-чуть спешил, друзья. Но все нормально, мы начинаем. Стрим у нас необычный. Сегодня годовщина нашему симулятору ровно год назад. Он вышел, стал доступен для скачивания, для покупки всем желающим, не альфа, не бета-тестерам. И вот год прошел, и, друзья, я рад вас видеть на канале, и мы сегодня будем такой мини-праздничек устроим, празднование обсудим, что было за год, что вышло, что понравилось, что не понравилось, и чего нам ждать в следующем году. Честно говоря, слышу в ясном небе раскаты грома и смеюсь и улыбаюсь. Старый баг, которому почти год, который никак не могут починить, друзья, и эта проблемка существует. Сейчас подумаем, может быть, запущу Rex Weather Force, который у нас есть отдельный погодник для Microsoft Flight Simulator, либо что-нибудь придумаем. Друзья, у меня полностью пересобрано рабочее место, новый стол, по-новому все расставлено, поэтому очень прошу вас дать обратную связь, как звук, как картинка, все ли хорошо, видно, слышно. Вот погода хорошая на экране, но вот молнии вот эти гремящие в чистом небе, это, конечно, страшное дело. Дима Синицын. На мечту, дорогой ты мой. Спасибо тебе. Да, у нас небольшой сбор открыт. Спасибо всем, кто поддерживает канал Вертаве. Дима, огромнейшее. Крепко жму тебе руку, дружище. Спасибо. На мечту. Спасибо, спасибо, дорогой. Так, сейчас посмотрим. Сергей Тимофеев, всем привет. Дима Синицын. Тула, Ленмарки, Клокла, Совет, Аэропорт. Аэропорт, качну, полетаю. Это то, куда мы сегодня летим. Сейчас только что аддон Linker перекачаю на новый SSD, чтобы быстрее грузил. Верно, Дима Синицын, Мишань, покажись, не стесняйся, тут все свои. Спасибо, ребят, это я чат читаю и жду вашу обратную связь. Шеф, трогай, сейчас тронем. Ричи Лапакари, всем добрый вечер, всем привет, Ричи, привет. Балтике, странам Балтии, пламенный привет. Павел Орлов, здорово всем. Миша, крепко жму руку, Паш, привет, взаимно. Дима, видать, самовар растапливает. Да, в Тулу со своим самоваром не ездят, а вот на своем самолете летают, куда мы сегодня и полетим, ребят. У нас ультралегкая сегодня авиация. У нас полет из Рязани в Тулу, буквально 90 миль. И то, если мы будем еще в Михайлов залетать. Вот, но летим на маленьком-маленьком мото-дельтаплане. Я, по крайней мере, не знаю, кто на чем. Но, в общем, сегодня будет интересно. Сергей Тимофеев, у кого указатель мышки уходит в верхний левый угол, когда перемещаетесь по кабине влево-вправо? Слышал про такой баг, но вроде у меня такого нет. Евгений, шеф, не трогай. А если трогай, то аккуратно. Хорошо, всем привет, здорово. Павел, у Миши, походу, рейс в Рязань задерживается. Ребят, на ходу переподключал, громкости настраивал и так далее. Франклин, всем огромный привет. Миш, как всегда, лайк, легкого взлета, мягкой посадки. Спасибо, спасибо, очень приятно. Так. Прокручиваю текст. Даешь фильму для народа, пишет Женя Горбачев. Сейчас дадим фильму для народа. Дима Синицын, Сергей Тимофеев. У меня только джойстик с ума сходит. Периодически думал, что с джойстиком проблема. Поменял на ВКБ, те же яйца накрутили мелко-мягкие что-то. Ну, это, видимо, да, про какие-то проблемы патча. Ну, есть проблемы в Симе, да, спустя даже год. Но, как бы, всему свое время. Так. Мишань, доброго вечерочка, чат всем куи позитива, мистер Икс, привет, Соляникс, добрый вечер, пилоты, капитан, отличного стрима, ребят, смотрю на город Рязань перед нами, картинка, сейчас я с этим громом и молниями что-нибудь сделаю. Мистер Хэ, хай, это мистер Иксу пишут, так, Дима, я не сомневаюсь, про меня наливай пишут, нальем. Всем привет, всех с годовщиной МСФС, Денис Стадлер, привет, Серега Тимофеев, Миш, привет. Если стоит реальное время и погода, то гром гремит не зря. На час назад такое творилось. А, да. Да. То есть эта гроза была? Да. То есть имеет место быть? Ну, как бы да, реальная погода. Менять не хочется. Неужели гроза была? Ну, все может быть, все может быть. Вот, друзья, так. Пятый коммент сверху не прочитал, там вопросы. То, что в ОБСке вижу, все читаю. Видимо, что-то не влезло. Целый ураган был, понятно. То есть какие-то отголоски. Ну, вообще, вполне возможно. Вот туда уходят тучи какие-то, кучево-дождевые, видите. Возможно, что оттуда что-то гремит.
и Метилблу что-то берет. Но мы полетим, хотя там тоже вот как бы такая погодка-то веселая. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь по погоде, и решим, как там быть. Вот, я в Москве, но у нас час назад была городища. Алекс Колчин, привет. Ребята, автор сценария Тульского аэропорта в стиле 70-х годов СССР прошлого века. У нас в чате и автор лендмарков Тулы, а также автор прекрасных сцен, про которые я написал в описании к стриму. Волжанка, Барки, Валдай, Доброград. Столько всего, Орловка, столько всего классного. Отличная работа, Алекс. Огромное тебе спасибо. Вот невероятный сценарий. Сейчас полетим. То есть аэропорт сделан в стиле 70-х, времен СССР. Прям вот весь этот антураж. И город сделан с достаточно подробными лендмарками. Многие из них отрисованы. Читал я, Алекс, твое описание. Историческую справку прям проникся. Не смогу это все озвучить на стриме. Частично, выборочно. Но сегодня полетаем. Дима, я повторю и сразу же вопрос Авиаджему по его лендмаркам. Будет ли он в новых версиях подсвечивать отель Яс Марина, как на Формуле-1? Но это не ко мне. Вопрос это к Авиаджему. Если будет в стриме, надеюсь, спросим его. Надеюсь, появится. Я не знаю. Александр Иванов, всем привет. Здорово, Дима Синицын. Все классно, конечно, но не все здания светятся, и отель на трассе F1 как-то неправильно подсвечен. Понял. Игорь Жуков, приветствую. Михаил, всем привет. Привет, ребята, хорошего стрима. Друзья мои, дайте, пожалуйста, оценочку звуку. Я переподключал микрофон. Он у меня немножко в другом месте стоит. Все ли хорошо, все ли как было раньше? Ну, по параметрам я на трансляции вижу, что все точно так же. Но хочу как бы услышать вот вашу обратную связь. Все ли так? Погоду в Рязани подтверждаю, очень похоже. Гром гремел буквально пару часов назад. Хорошо. Тогда все оставляем. Вот. Привет, пишет Роман Тупченко. Это ВКонтакте у нас такой комментарий. Друзья, потихонечку сейчас будем начинать. Константин Симонов, всем привет. Все хорошо. Отлично, отлично. Ребят, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Дефолтный аэропорт у нас Рязани, из которого мы сегодня вылетаем, аэропорт называется Турлатово. Я не знаю, существует он, действует или нет, но вот в симуляторе он есть. И я вам так скажу, достаточно неплохо сделан. Здесь промзона, видите, какие-то вот характерные подстроечки. Что-то у меня слишком быстрая камера дрона, давайте я ее помедленнее сделаю. Как-то раньше вот на 100% она медленнее была, такое ощущение, что ее разогнали. Вот, и вот там наш аэропорт стоит достаточно большой, с большой полосой, с вынесенной в сторону стоянкой. Тут какие-то дачные массивы, видите, сбоку промзона. Мы кружочек над Рязанью пролетим, мы после взлета кружочком так ее обойдем, посмотрим, что к чему и почему. Вот, и, собственно, сейчас вот я вам покажу сам аэродром Турлатова. Виталя летает в небе традиционно. Мозгодраб здесь, Мехлёд, Соляникс, Палкрас, Рыбак Чунг. Саня, рад тебя видеть. New Moscow Boy, с нами автор как раз появился. Привет, привет, Алекс. Ричи на полосе. Румаркс и Сим 174, по-моему. Маринерский, Палкрас, Соляникс. Вроде всех увидел. Вот такая интересная здесь парковочка. Выкатимся. Сейчас я посмотрю, какая у нас погода в текущий момент. С какой полосы мы будем взлетать. По погоде что-то я... А, вот появилась информация. Ветер в направлении 90 градусов. Полоса у нас 0,4 и 22. 0,4 ближняя к нам. То есть вот с нее и будем взлетать. Ветер будет 50 градусов сбоку, ну, практически боковой. С 22 он будет сбоку сзади, с 0,4 он будет сбоку спереди. С этой полосы 0,4 и взлетаем. То есть выкатываемся, там длинная-длинная такая рулежка. А потом длинная зона вот этого трешолда, да, такого. То есть можно повернуть направо. И вот здесь гурьбой встать и... Хотя с нее по-хорошему бы и взлететь. Но видите, вот такая дефолтная разметка. Тут не пойми где чего. И вообще непонятно, работает ли данный аэродром. Вот. Авиаджем, даешь Абу-Даби для народа. А, вот Леша появился. Авиаджем, вот, видишь, как у нас все четко. Привет, дорогой. Да, будет, на самом деле, будут еще некоторые здания добавлены, но позже. Потому что Леша Авиаджем занят, не скажу чем. Мне нельзя, если он сам скажет, то можно. Вот, хотя не скажет. Привет, гул присутствует, Игорь пишет, но терпимый. Чуть подальше микрофон, пришлось добавить немножко чувствительности. Вроде как послушал запись, вроде все точно так же. Вроде не сильно изменилось, но посмотрим. Вот,
Авиаджем даешь Абу-Даби для народа, пишет Женя Горбачев. А водочки сейчас выпьем и будет вообще отлично. Супер. Роман, сегодня, наверное, без меня хочу доделать ливрейку для Бичкрафтки НГР-350-го. Отлично. Авиаджем, блин, как же меня бесит заваленный горизонт. Когда же это поправят? Да, когда смотришь со стороны, постоянно валится горизонт на камере дрона. Это точно. Есть такое. Легенд Макси. О, ку, ку. Привет. Вот, Авиаджем пишет. Welcome to Steam Market. Женя Горбачева. Понятно. Сегодня в Питере ветрено. Решил проверить, как себя ведут самолеты в МСФС при таком ветре. 195 метров в секунду с порывами до 11. Так дефолтный бас ощутимо так уводит с ВПП, а модель Fly-by-Wire как по рельсам идет. Вот это интересно. Интересное наблюдение. Никита Смычок, всем привет. Никита, здорово. Здорово. Женя пишет. Даешь секрет, чем занят для народа. Да, вот. Это только я знаю, Жень. Вот. Хотя, может, ты тоже знаешь. Ладненько. Виталий, в небе давайте. Полетим мы сегодня, друзья. Да, заваленный горизонт. У меня, конечно, есть кнопочки крутить горизонт. Надеюсь, вас не укачает, но не очень это приятно. Саня Рыбакчунг, Сим Румаркс на одной стоянке, Маринерски, Нью Москва Бой, Ричи, Арт Пайлот, Мистер Икс, Мозгодрап, Михлёд, Соляникс, Павел Крас и ваш покорный слуга. Ребята все на разных самолетах. Полетим сегодня медленно. 60 узлов наша скорость. Я буду идти прямо над кронами деревьев. Не вижу смысла летать выше. Вот мой аппарат стоит. Хотя тут двое с одинаковой ливреей. Вот какой из них мой, да? Давайте угадаем. Ладненько. Делаем вот так. Вот. Это, собственно, летающая табуретка. Это мото-дельтаплан. Aerolite 103. Сделали его разработчики по названием Nemet Design. Немец. Вот, это те же, которые сделали Як-18. Ну, моделька шикарная. Красиво замоделена. Все очень аккуратненько сделано. У меня один из первых обзоров на канале именно по этой модельке. Летает низко. Звучит как мотоцикл. Вот. Скорость где-то 50 узлов крейсерская, 60-65 можно разогнать. За полтора часа мы сегодня, ребят, долетим. Посмотрим, что к чему. Слава Варюхин! Дорогой ты мой, привет, 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 дружище. Безумно рад тебя видеть. Куда-то ты пропадал, слышал, ты писал, там в отпуске был. Привет, дорогой. Привет, привет, дружище. Так. Сейчас мы все настроим. Я вот что-то не слышу голос в донатах, есть или нет. Испанец, Миш, чекни ВК там по стриму вопрос. Сейчас. Чекну. ВК. А, так ты сюда написал, что такого. Яркость немножко увеличена, сейчас посмотрю. По стриму. Так. Ребят, картинка. Илья пишет, белесая картинка. Есть смысл мне ковыряться или нет? Скажите, пожалуйста, как у вас, пересвеченная или нет? Вот, я пока посмотрю, что у меня в настройках настроено. Не люблю эти ковыряния в настройках. У меня насыщенность и контрастность завышена, яркость не тронута. Вот, могу немножко прибрать контрастность, могу немножко прибрать насыщенность. Вроде было все хорошо, не знаю. Не хочу я менять то, что настроено было уже давно. Вот. Всем привет, ясного неба, мягкой посадки, хорошего стрима, слава. Спасибо большое за поддержку тоже. Алекс Колчин, взлетать с 22-й, по идее, надо. Ветер 196-42. У меня другое показывает. У меня показывает Турлатова. В Little Enough Map показывает 90 градусов, 4 угла. Не 190, 90. 90. Странно, у нас разные с вами данные. Давайте я посмотрю сейчас другой программки. Мне даже не запросить погоду, у меня радиостанция в самолете. Или нет, комрация есть, по-моему. Да, внешние программки Митар не дают в этом аэропорту. Миш, привет, хорошего стрима всем летунам, чисто небо, мягкой посадки. Ну, если чуток прибрать, кого куда прибрать. Мне кажется, цвета не очень сочные, как будто белизной отдает. Я скинул фотки с других цветов, с других стримов для примера. Ну вот. Не вижу я, честно скажу, пока большой разницы.
Потом буду проверять. Виталий Сигаев, приветствую. Тула, родина моя. Привет. Разработчик Калуги у нас в чате. Привет, Виталь. Рад тебя видеть. Не знаю, белесая картинка. Ну вот я смотрю на моих мониторах и на одном, и на втором, на котором я дублирую. Ну, не похоже на белесость. Ладно, взлетим, посмотрим на лету. Дмитрий пишет, подождите меня. Подождем, подождем, подождем. Вот. Так. Не надо ковыряться, там авиаджем. Так, ну, ладно. Так что вот, такая табуреточка, на ней полетим. Сейчас посмотрим, что к чему и почему. Побег я к валу лимана смотреть. Удачного стрима. Спасибо, блин. Вот теперь я теперь буду об этом думать. Посмотрю картинку потом в записи после стрима. Тут же, видите, еще вкусовщина и монитора у кого как настроено. То есть одно дело как у меня, другое дело как у кого-то. Так, кто-то рядом со мной движки заводит, вертушку заводит, что ли. Тут злодеи какие. Так. Сейчас мы тоже будем запускаться, друзья мои. Взлетать, взлетать, взлетать будем минут через 15, поэтому потихонечку можно всем выкатываться. Кто желает, выкатываемся и занимаем 0,4, и после взлета налево пойдем. Завтра гиперпол будет, это как продолжение квалы, только круче. Знаем, да. Ревет рядом самолет. Ребят, если плохо слышно, меня скажите, я громкость приберу. 54 зрителя на ютубе. Спасибо всем, друзья. Что-то я за новым столом, как не в своей тарелке. Все на других местах. Никак не могу расслабиться и поймать дзен. Ничего, сейчас, сейчас это все пройдет. И все будет хорошо. Друзья, сейчас буквально секундочку. Секундочку. Никак, никак мне не привыкнуть. Испанец, громковато. Сейчас убавим. Ну, это кто-то со мной рядом тарахтит. Вот, сейчас приберем. Только так могу прибрать общую громкость симулятора. Вот, ну мы сейчас еще и в кабину засядем. Может быть, будет там потише. Вот, друзья, давайте запрыгиваем в кабину. Да, здесь потише, это хорошо. Она вроде как герметичная. Добавим такой звук. Пусть там что-то тарахтит. Вот, ну и, собственно, сейчас будем запускаться. Данный аппарат запускается достаточно несложно. Сейчас мы сюда настроим виды. Вот. Так, у нас здесь есть некий оверхед. Вот такое, такое дело. Причем, что интересно, по умолчанию, что в Яке-18 отнимется, что на оверхеде вот этого аэролайта здесь включены тумблеры по умолчанию. У них какая-то фишка, что ли, так делать. Совершенно непонятно, но тем не менее. Так, готово. Что за стол? Авиаджем пишет, на днях смотрел себе тоже, но пока не нашел подходящий вариант. Геймерский стол из Икеи, лучший вертолет. Какой ИКАО аэродрома? Дефолтный онлайн. Да, дефолтный онлайн. ИКАО аэропорта у нас Юниформ, Юниформ, Виски, Ромео. Так-то нет кабины, только стекло. С чего это тише стало? Сейчас посмотрим. А, точно, кстати. Да. Косячок. Внешние звуки и внутренние. Вот. Ну, я не знаю, сильно ли... Так-то вроде не сильно и тише. Ну, чуть потише, да. Так-то вроде не должно. Ладненько, так, давайте поближе приблизимся сюда прибором. В кабине надо камеру сделать поспокойнее. Сейчас мы отрегулируем ее. Видите, здесь есть компасы всякие разные. И приборы пилотажные. Кстати, были ли они, вот я что-то не помню. Такое ощущение, что их добавили. Вот, сейчас мы сюда поближе подъедем. Камеру настроим. Сюда вот прям что сюда камеру настроили. Так, так, так. У нас тут краник есть топливный и парковочный тормоз. Есть еще парашют, который не работает. Есть топливный кран, он уже открыт. То есть здесь все по умолчанию включено. То есть топливные краны открыты, напряжение запитано. Вообще какая-то странная тема. Вот, но, как говорится, ладно. И, собственно, можно посмотреть на
детализацию модели. Ну, здесь все шикарно. Моторчик, все передачи, ремешки, деревянный трехлопастной винт, вот, свечечка сверху видна, глушитель, в общем, фильтр воздушный. Все здесь как вот, как говорится, в лучших домах. Шикарно сделана моделька, но вот есть некие странности. Топливо. Что касается топлива, давайте заливаем по полной программе. Вроде должны долететь. Топливо будем контролировать. Вот, если не долетим, то в Михайлове будет посадочка. Саша, всем привет, хорошего стрима, мягких посадок, спасибо. Леонид Горюн, вау, обожаю эту табуретку, согласен. Вот, он в наушниках. А, вот почему, да, может быть. Может быть, такой нюанс, что пилот в наушниках, чтобы не оглохнуть. Вот, потому что мы сейчас как бы в шкурке пилота сидим. И, соответственно, такие нюансы. Ладненько, идем на оверхед. По идее, после поворота топливного крана мы должны включить ключик в положение ON. Вот он уже включен, что удивительно. Зажигание Ignition ставим в положение ON. Генераторы в положение ON. Можно после запуска двигателей еще помедленнее сделаю камеру. Вот, то есть мы должны все это подключать, повключать, потом праймером сделать 2-3 нажатия, проверить, что самолет стоит на парковочном тормозе, иначе мы покатимся. Вот, паркинг брейк он, ручку на себя вытянули, и после этого нажать наш двигатель. Заводится наш моторчик, и пошел он молотить. Прыгнем обратно в кабину, сейчас камерой посмотрим, как он работает. Вот такая штука. То есть все анимировано, все крутится, все как надо. Шикарнейшая вещь. Ну, после запуска рекомендуется немножко его прогреть. У твоего пилота ноги на земле. Да ты чё. Где? Нет, все хорошо. Все в порядке. Ребят, выкатываемся потихонечку. Выкатываемся. Я сейчас по приборам здесь все поднастрою. Высотомер ставим на 0. Хотя можно и по давлению оставить. Нет, давайте по давлению оставим. 500 футов превышения. Это превышение аэропорта. Давление здесь только в дюйм... А, нет, вот напротив стоит 1005, 6, 7, 8, 8,5, где-то 9, 1009 гектопаскалей. Указатель скорости, указатель топлива, температура и вариометр. Указатель вертикальной скорости. Здесь есть приборчик для ввода частоты, для ком-связи по радиостанции и указатель крена и скольжения у нас в наличии. Вот, в принципе, все. Можно немножко вытолкаться. Можно немножко вытолкаться. И как раз будем уже начинать движение в сторону полосы. Посмотри, у моего зеленого на пилота. Сейчас посмотрим. Нет, я вижу нормально. Не на земле. Вот он. Вот он. Все хорошо. Все хорошо. Прессу подскажи. Александр пишет, пожалуйста, что у меня за ошибка по парам. Взлете и посадки до 1000 и до 10 тысяч футов в клиенте пишет что-то не так. Как он в клиенте? Это вопрос к клиенту, не к симулятору. Если ты про какой-нибудь Vert Airlines, то надо разбираться с клиентом, как он фиксирует ошибки, потому что есть свои нюансы. Вот, это какой-то дешевенький мотоцикл, у меня подороже мальца и звучит получше. Ну, как чоппер звучит. Вот. И сегодня ровно год симулятору Microsoft Flight Simulator 2020. Мотор пишет, все верно. Евгений, на этом аппарате автопилот есть, нету NAP и approach системы нету, визуальные полеты. Кстати, в реактивном ранце парашют работает, проверял. Да, появился реактивный ранец, не знаю, как давно, вот его купил. Все хвастается, надо тоже будет как-нибудь глянуть. Максим, Михаил, привет, а почему стрим без анонса? Не может быть такого, анонсов много, везде, все есть. И в Инстаграме, и в Телеграме, и в Фейсбуке все есть. Неправда ваша. Вот, единственное, что в Дискорде вроде не было анонса, да, не успел. В остальных местах везде. Абсолютно 53 зрителя на Ютубе, один на Твиче и ВКонтакте шестеро. 60 человек нас смотрит, спасибо, ребят, большущие. Вот, давайте немножко или на месте развернемся, я думаю, да? Я думаю, что развернемся, наверное, на месте. Вот, я думаю, что... развернемся.
Снимаемся с парковочного и поехали взлетать. Как говорят, время – деньги. Вот, поэтому, друзья, потихонечку выдвигаемся и будем взлетать. Закрылок, шасси здесь нет. Все банально. Снимаемся с парковочного и поехали. Поворачиваем педальками, притормаживаем. Моделька юркая, несмотря на все. Ага. Айконы у нас сегодня летят как раз тоже. Самолет не быстрый, поэтому будет весьма комфортно. И поехали. Сейчас выкатимся на полосу, ребят, сделаем мимочек, и потом я метки выключу. Хотя с метками может быть не так все плохо. У меня FPS сегодня хороший, несмотря на большое количество комрадов на полосе и рядом с полосой. Кентр улетка напоминает аэропорт Барки, там тоже так в сторону и полоса в стороне. Но здесь аэропорт покрупнее, поэтому вот как-то так, друзья. Слышно меня хорошо, ребят? Дайте еще раз обратную связь по звуку. Все ли хорошо? Сергей Дукати звучит как двухцилиндровый, есть такое. Костя Симонов, не только смотрим, но и участвуем, все верно. Максим, анонсы были, да, просто поздно, сегодня утром только повесил. Миш, за этим аппаратом управлять что ли надо? Сейчас прочитаю. То есть этим аппаратом управлять что ли надо? Да, управлять. А как, сам не крутит? Я смешанно поворачиваю, я и тормоза зажимаю, и педальку даю. Проверяю, работает или нет. Так, ребята все выставились, сейчас я тоже к вам подкачу. Я на самом деле подъеду к вам по траве и посмотрю ваш взлет по очереди, и как всегда последним залечу. Кто-то у нас даже на Cessna 208 придется лететь медленно. Это Пайпер 208, прошу прощения. Мистер Икс тоже уже в небе. Кто на чем у нас сегодня? Моцак громковато, сейчас убавим. Убавим, друзья. У меня как-то очень громко звук симулятора. Сейчас убавим. Сейчас я там встану на полосу. Хотя, если можно сразу. Дайте знать, вот так не очень тихо. Я пока всех объеду. Ребят, я вас не объезжаю, я встану на полосе, чтобы показать ваши взлеты. У меня, благо, такой аппарат, который по травке ездит нормально, поэтому я могу тут немножко погонять. Мото-дельтапланы по травке себя чувствуют отлично. Оно еще и скрипит тормозами, да, и педали когда подкручиваю. 0183, Алекс 1, всем привет, отличного полета, привет, Алекс, давай на борт, хотя аппарат у меня сегодня медленный и одноместный, но виртуально всех на борт к себе посажу. Вот. В пятницу у нас будет большой самолет, поэтому влезем все. Анонс в процессе вам озвучу. Озвучу. Так, у нас там где-то тарт. Сейчас я подъеду поближе к нашим парням. И сделаем фотографию. И будем взлетать, друзья. Я тут рядышком, надеюсь, вам не помешаю. Рядом с Маринерской встану. И будем тогда взлетать. Что-то мы далеко проехали. Тут хоть еще от полосы-то хоть что-нибудь осталось. Все, встаем на парковочный. Я включаю туда внешнюю камеру. Да, полоса здесь как раз начинается. Давайте, ребят, все собираемся. Фоточку, чтобы потом нам вечернюю поверку по прилету сделать, как я всегда говорю. Так, Ричи в небе. Собаки гавкают у меня за окном тут. Рыбак Чунг в небе, уже все тут рядышком. Ричи в небе. Так, мне вас всех не захватить, надо как-то в кадр взять. Юрикус и Демон Кит. Сейчас, ребят, пытаюсь всех поймать в кадр, не знаю, как мне это сделать. Ага, вертолеты у нас, что тут только нет сегодня. Ладно, попробую попасть, захватить тех, кто стоит на полосе, кто летает, ребят. Ну уж, как говорится, как смогу. Так, итак, Вергер, Мистер Икс, рыбак Чунг, Демон Кит, Румаркс, Юрикус,
Дуна Денестил, Артпайлот, Савш, Маринерский, Волк 979, Ахао Софт, ВТЛ СГ, Сим 174, Нью Москоубой, Мозготрап, Соляникс. Если кого не увидел, простите, ребята, сейчас будем взлетать. Давайте, друзья, потихонечку взлетайте в порядке очередности, кто перед вами. Взлетаем левым разворотом через над Рязанью пролетаем и встаем на маршрут. Кому как удобнее. Встаем на маршрут на город Михайлов, там будет аэропорт до заправки. Не знаю, нужен будет, не нужен, там сориентируемся. Летим пока на него. Можно, в принципе, уже, друзья, взлетать, не стесняйтесь. Все по очереди взлетайте. Артпайлот пошел на взлет, Волк за ним следом. Мехлёс Маринерский парный взлет, ребята, осторожно, Маринерский полосу занимает как раз. Донаденестель тоже на взлет. Отлично, ребята, пошли в небо. Как по боевой тревоге, VTLSG тоже пошел, Сим-174, Ахаософт, вертушка со мной рядом тарахтит. Просил, ребят, не гудите рядом. Приходится звук убавлять. Мозгодрап на взлет, Соляникс на взлет, Чакалэйт Юань, Нью Москоубой тоже парный взлет, Юрику за ними, Димон Кит и Ру Маркс, ребят. Я за Ру Марксом следом взлечу. Ахаосов, дружище, взлетай. Хорош гудеть. За спиной ты меня пугаешь. Давай, взлетай тоже. Улетай. Чакалэйт Юань пошел на взлет. Нью Москоубой, Юрикус и Димон Кит. А я пока забегу в настройки, друзья, и сделаю следующее. General Options. На трафике я уберу неймплейты. По прилету посчитаемся. А вот здесь вот в Assistant Options я хочу города и лендмарки включить, чтобы видно было, что мы пролетаем. Раньше у меня было включено, и мне как бы это нравилось. Вот, поэтому давайте повключаем. Все, какие только можно. Вот, и все. Прыгаю я в свой самолет. И сейчас будем взлетать. Надеюсь, что все взлетели, кто планировал. И сейчас я тоже взлечу. Так. Ну, как говорится, поехали. Сейчас я полосу займу, из полосы извлечу. Видите, я подключал все рядом населенные пункты. Ну, так будет немножко поинтереснее. Плахино, Грецкое тут рядышком. Турлатово аэропорт, видите, стоит меточка. Сейчас мы все это. И поехали на взлет. Тапку в пол. По громкости потом сориентируйте. Если громко, я его еще потише сделаю. Готовы взлетать. Аппаратик с коротким пробегом. Пошли на взлет. И левым разворотом пойдем на Рязань. Немножко взлетаем, поднаберем немножко высоты. Немножечко. По громкостям потом меня сориентируйте, друзья. Все, поехали. Много, конечно, понатыкали лендмарков. Но, как говорится, почему бы нет. Взлетаем. И я думаю, что я пойду сегодня над кронами деревьев. Я высоко забираться на эшелон не буду. Прям хочется над самой землей пойти. Поэтому разгоняем нашу табуретку. Шасси убирать не надо. Закрылку убирать не надо. И летим на полную катушку. На все деньги, как говорят. Доворачиваем на Рязань. Город достаточно большой. Это там, где грибы с глазами. А в чате ни одной фразы после фразы о том, что скрипит самолет. Ребят, все хорошо, стрим идет. Надеюсь, напишите что-нибудь, дайте знать. Сейчас я оттримируюсь и посмотрим из внешних видов. И со всяческих сторон за нашим самолетиком. Красивый аппарат, рекомендую. Я брал на Сим-маркете, по-моему, он и в симуляторе тоже есть. Вот. Смотрите, садовод полюбила даже Лэмборг стоит, да, тепличный садовод. То есть
теперь лэдмарки вообще есть на всем Карцево. Это какие-то, я так понимаю, дачные районы. Ну и впереди у нас Рязань, друзья. Интересно, кстати, через какое время у нас солнце пойдет к закату. А почему я никого не вижу? Я на УВРР, да, это он ТЛ. Нужно выбрать режим полета все игроки. И сервер должен быть Северная Европа. И через пару минут ты всех увидишь. Тут как бы принцип мультиплеера таким образом работает. All players выбираешь, все игроки. И потом уже выбираешь сервер, чтобы с нами совпадал. Вот бы еще регулятор дальности подсказок сделали, реально иногда бесит. Ну, с другой стороны, ну как бы, кто-то летает здесь именно познает мир. Кто-то летает, как мы там, пытается летать по процедурам, какие-то вещи отрабатывать, а кто-то летает именно посмотреть мир, поэтому хотят видеть все отметки. Вот видите, там Тула Норд, это еще один аэропорт, я так понимаю. И вот мы уже над Тулой летим. Ветерочек, кстати, чувствуется, друзья. Покачивает аппарат, видите, так. Летим прямо над домами, наш моторчик журчит. Я держу тапку в пол. Мы летим где-то сейчас 65 узлов. Ребят, давайте такие вот маневры не делать. Вот. Давайте летать аккуратно, вдумчиво, безопасно и так далее. Вот. Летим, друзья, на Рязанью. Прекрасный старый русский город. И направимся в Тулу. Кто не знает, Тула известный город, древний, старинный, со своими традициями, особенностями. Кремль там есть аж 1520 года. Достаточно древний, тоже исторический. Но вот как Алекс написал, вот просил я его рассказать про лэндмарки, он мне написал целую такую статью научную о том, что из себя представляет город. Как он написал, что во времена СССР город обезличили, убрали очень много памятников, очень много старины. Вот, было бы гораздо лучше, но, к сожалению, это тоже уже теперь часть истории, ничего с этим не поделаешь. Вот, а что касается тех лендмарков, которые реализованы, мы сегодня посмотрим. И музей оружия, и Кремль, и дом Александра II, и много-много всего. Два Успенских собора. Вот. Алекс писал, два, наверное, второй в честь Любови Успенской. Вот, кто не знает, Алекс Колчин, большой наш товарищ, друг, который делает шикарнейший сценарий, с нами сегодня в небе летит. Он, помимо всего прочего, еще и профессиональный музыкант. Ну, я не могу за человека об этом говорить, но даже участвовал в Евровидении, чтобы вы понимали уровень профессионализма человека. То есть талантливый человек, талантлив во всем. То есть и на сцене, и в разработке сценариев для симулятора. Что не сценарий, то прям красота. Ребят, по звуку все хорошо. Миш, поднимись выше, а то полиция за превышение скорости оштрафует. Я очень редко летаю прямо над крышами. Обычно у нас скоростные аппараты, я боюсь зацепить землю. А сегодня я хочу прям вот над этажами пролететь. Сегодня прям даже вот кайф. Амар Ларри, привет. Дима, я же не против. Дайте мне самому определять дальность сотни миль, нужный согласен. Выбор всегда нужен. Я тоже не люблю, когда решают за меня, но да. Стрим идет, все хорошо, пишет. Отлично. Отлично, ребят. А что касается пятничного стрима, так получается, что стримы у нас пошли часто. Среда, потом четверг один день и сразу пятница. В пятницу мы полетим на 320-м. Вы спросите, зачем? Недавно летали на этой неделе. Друзья, вышли два продукта. Один обновленный, другой новый. От FS2 Crew. Это контора, которая делает экипажную стюардессную часть. Виртуальную добавляет на второго пилота, который отрабатывает какие-то процедуры, добавляет стюардессу. Работу с наземными службами, подзвученную, голосовую. И FS2 Crew выпустили отдельный продукт для Airbus, именно Fly-by-Wire 320. Вот, я его получил, пресс-копии от разработчиков. Брайан, один из разработчиков из FS2 Crew, прислал мне копию. Покажем, посмотрим. Плюс на одном из самых первых стримов, когда мы летали на лайнере на 320-м, я использовал от FS2 Crew программку, которая называется Pushback Express. Она тоже обновилась, и причем уже чуть ли не версия 2. Сильно ее переработали, много добавили. Что удивительно, на Симаркете ее можно скачать, старую, в личном кабинете, качаете, устанавливаете, она вдруг требует серийный номер. Хотя серийника до этого не было.
В общем, это бред, это глюк. Я не знаю, как такое пропустили все маркеты, но в итоге нужно пойти найти продукт под названием Pushback Express, который у вас уже есть, купить его еще раз, он будет стоить 0 долларов. И вот в нем серийный номер будет в личном кабинете. А в том, который был куплен до этого, серийника нет. И при установке вы не будете знать, что вам нужно поставить для того, чтобы добавить симулятор. Так что у кого Pushback Express куплен в Семаркете, ищите по названию такую же программу, покупаете еще раз, цена будет у вас в корзине 0, потому что предыдущая версия куплена, и там появится серийный номер, с помощью которого можно будет поставить. И в пятницу я вам все это покажу. 320 у нас будет, полетим из Загреба в Грецию, скорее всего в Ираклион, может быть наоборот, из Греции в Загреб, не знаю, пока еще подумаю. И будем использовать 320, посмотрим свежую dev-версию девелоперскую, и применим к ней FS2 Crew и поглядим, как оно работает. Там есть два варианта. Есть кнопочный вариант, который бутом версия. Там переключатель есть в программе. Мы управляем экипажем кнопками. Не очень удобно, теряется немножко весь смысл, но, как говорится, зато не надо в микрофон орать. Вот. И, собственно, мы посмотрим кнопочную версию, а потом, возможно, как-нибудь через недельку уже и голосовую. Голосовой. Нужно настроить распознавание речи системное, Windows Speech Recognition, вот этот самый, для этого нужно локаль винды сменить, перевести ее на английский язык, целый геморрой. Вот, но по итогу можно с экипажем разговаривать. То есть фраза get up, второй пилот будет убирать шасси. Фраза там flaps one, он будет ставить закрылки в положение 1 и так далее. То есть голосом работаем с экипажем, весьма интересно. Но в эту пятницу button версия, button, кнопками мы будем управлять, и в общем... Ребят, мы взяли первый ночлег, 36 миль на город Михайлов. Летим в сторону города Михайлова. Я над самыми деревьями иду, посмотрю, как текстурки нарисованы. Красиво за всем этим понаблюдать. Вот, если есть какие-то вопросики, спрашивайте. Я сегодня немножко, знаете, я никак не могу. Я очень много лет летал и сидел за одним, грубо говоря, компьютерным столом. У меня все изменилось, то есть у меня... Все ощущения от полетов у меня резко поменялись. То есть я теперь не понимаю, где чего. Вот. Мало того, у меня второй монитор стоял всегда сбоку, теперь у меня стоит сверху, на верхней полке. То есть, читая чат, я голову задираю, но я уже придумал, как это решить. Они не лезут нормально, они встают на полку вдвоем, но тогда мне придется сидеть сбоку от стола. У стола в середине прорезь. То есть монитор должен стоять по центру. И, соответственно, тут есть нюансы. Но... Второй монитор я уже решил на кронштейн повесить. Есть струбцинный кронштейн для монитора, и с бачку я его добавлю. Но пока вот приходится прям привыкать, ребят. Поэтому сегодня немножко борюсь с привычками. Все не так, все не там. Микрофон в другом месте, джойстики в других местах. В общем, все жутко непривычно. Но ничего, привыкну. Голосовое управление тестировал, привет. Нервот, нет, не пробовал. Но я летал на предыдущих версиях FS2 Crew для Boeing 737. 747, там с озвучкой все более-менее работало, но хреново, нужен очень хороший микрофон и очень четко проговаривать фразы. Чуть не так сказал, то есть он уже не понимает. Вот, поэтому как-то такие нюансы. Миш, поднимись выше, а то полиция... Да, это я читал. Антон Стасенко. Блин, а я пропустил анонс стрима. Ребят, я только утром повесил, не успевал. Очень устал, замотался на этой неделе на работе и... Были вообще ощущения, что не отменить ли стрим. Но вот в последний момент быстренько сварганил. Летал бы с вами, но сегодня уже часа 4 налетал на вертолете в Виаре по Московской области. Голова тут уже чугунная. Да, к шлемам привыкаешь. Вот, это точно. Про голосовое нет, нервы пока еще нет. Евгений, Миша, а можно как-нибудь через тебя спросить FS2 Crew, чтобы сделали русскую озвучку? Можно, я общаюсь с разработчиком. Но составь запрос, кинь мне, а я перешлю. Может, по-русски я уже переведу. А, вот, если она есть, или я что-то пропустил. Нет русской озвучки, но можно им помочь. Попробовать. А, Алтухова сбоку, Мельгунова, Рожок. Ребят, это все населенные пункты. Видите, отличные маленькие деревушки и так далее. Авионик Мастер, всем привет, Михаил. Здравствуй, привет. Дима Снисон. Ох уж это FS2 Crew. Ну и намучился я с ним. Если раньше не пробовал, то да. Очень будет все новое. Планер. Михаил, нет нормального видеотуториала по 320-му. Сейчас прочитаю.
на ютубе русском, на русском языке. Я, конечно, понимаю, что вас на стримах неплохо кормят, но не собираетесь ли вы сделать обучающие ролики для новичков? Дело все в чем. На Airbus'ах я летал очень много, у нас их огромное количество, и любой стрим можно рассматривать как гайд. Дело в том, что если я сегодня сниму ролик по текущей версии Fly-by-Wire 320, то через пару недель он будет неактуален. Ребята постоянно что-то дополняют, плюс VNAV не работает. Как только заработает, еще один гайд надо будет снимать. Вот в чем проблема. Я по той же причине по Зиба до сих пор не снял ролик, хотя обещал, потому что его с таким темпом перерабатывали, что пришло бы потом менять. Вот, Евгений, если тебе нужны туториалы по запуску и подготовке, то набери в поиске Рамзай 081. Ну, давайте уж рекламой других стримеров тут не будем заниматься, я даже не знаю, кто это сейчас, не советуете. Максим, а кто-то может подсказать, в 320-м в МФС-2020 можно ли менять тип двигателей где-то? В планшете не нашел, или в ФМС-ке тип двигателей не меняется? У нас пока один-единственный. Вот, Миш, почему-то по реальной погоде не летаешь, а реальная погода за окном. Это для стрима, меняешь, не меняю, погода реальная. Картану нужно к своей английской речи приручить, и все. Ну, у меня есть программка для голосового управления компьютером. Она использует движок либо Яндекса, либо Гугла. Распознает идеально. Даже с акцентами, даже не до конца произнесенные фразы. Почему они так не используют, не знаю. Михаил, когда полетим на Vision Jet? Уточни. Vision Jet это что? Евгениус. Vision Jet это что, ребят? Уточните. Я немножко ушел с маршрута. Нравится мне над вот этим водоемчиком лететь. Вот. Рядом с городом Рожок. Сейчас мы направо уйдем. Какое-то водохранилище или речка даже. Вот, не знаю. Миш, я не в качестве рекламы сам учился запускать 320 по его туториалам. Не, я просто всегда боюсь, когда кого-то рекламируют, потому что я не знаю, а потом скажу, что вот вертами на стриме посоветовали. Если хотите правильно летать на 320, ну, это стримы, но я бы порекомендовал бы Магента Даггера. Это шикарнейший человек, который летает, летал до армии. Сейчас тоже начал стримить, но последние стримы я его не видел. Который летал отличные стримы с брифингами, со всеми процедурами. Вот там можно поучиться, но новичку будет непонятно. Новичку нужно по азам. По азам есть ролики у нас на канале по 320 и по 330. Это Explain. Это гайды, но идеология одна и та же. А конкретно по Fly-by-Wire можно, но как-то в процессе. Вот. Я про Cirrus SF-50. Это где? В каком симуляторе? Точнее. Вот. Дима, говорить-то все равно придется на английском, ибо нет распознавания системной русской для винды. Да, но вот я говорю, что у меня есть программка, очень удобно, я ей пользуюсь, умеет все. Макросы можно делать голосовые. Эта программа называется Laitis, она бесплатная, есть премиум вариант за небольшую денежку. Там реально можно в играх вешать фразы, там, выпусти шасси, смени оружие, для ДКС удобно. Вот, можно макросы писать целые, то есть ты голосом фразу сказал, указал, по какому приложению относится, там, хоть там, я не знаю, к скайпу или к Excel, и он какой-то последовательность действий сделает, который ты предварительно записал. И все работает, с полтыка понимает, он использует движки Google и Яндекс. Для этого нужно подключение к интернету, он лезет туда, использует распознавалку и возвращает ответ тогда. Но при этом все идеально работает. Вот, Миш, у твоего самолетика есть тробы? Вообще никаких огней нет, абсолютно. Костя, странно, конечно, у меня тоже реальное, и уже темнеет и сверкает. У меня тоже сверкает, у меня время нереальное, я в темноте лететь не хочу. Погода реальная, сверкает, да, вот только что молния была в небе, сверкнула. Погода реальная, если не верите. Погода лайф. Время сдвинуто немножко. В темноте лететь не могу, у меня нету даже огней в самолете. Моргает. Да. А, я моргаю. Ну вот уже треть лего мы пролетели. Михайлов у нас впереди. Ребят, сегодня быстро долетим, где-то часик с небольшим. Прилетим. И, собственно... Ну вот Михаил, я не знаю, судя по топливу, смотрю, что вроде топлива хватит. Ну, планировали Михаила сделать посадочку, сделаем. В Михаиле посадка, там быстренько зальем топливо и потом еще 50 миль до Тулы. На Тулу покружим. 320-е летают, молодец. Вот народу заняться стремничком. И, в общем, в Туле полетаем, посмотрим в Эдмарке, выполним посадку, изучим аэропорт
времен 70-х годов СССР прошлого века, как там все сделано антуражно. И потом я еще планирую вам сегодня Груман показать. Это Груман 44-й самолет-амфибия от FlySimWare. Весьма, весьма интересный самолетик. По текстуркам, конечно, он меня немножко напрягает. Я люблю, когда все идеально, но при этом он очень хорошо реализован по системам, по летной модели. До Фурлова пролетаем маленькую деревеньку. Видите, то есть все подписано. Теперь где летим, все знаем. Можно включить русский язык, и тогда будут русские надписи. Но не факт, что он будет правильный. Вот. Retail Surf. Добрый вечер, кто-то пролетел. Было такое, да. Airbus тут летают. Евгениус Диме пишет. Так я больше за озвучку второго пилота и стюардесса, чтобы у меня в самолете с ливреей Аэрофлота не звучала та же Люфтганза в салоне. Или еще кто-нибудь. Там Люфтганзу нельзя выбрать. Там есть Европа, Америка, то есть акценты. Английских два акцента раньше было, американский и так далее. Вот. То есть, как-то так, смотрите, такое ощущение, как будто самолет немножко скорость теряет. Почему? Точнее, мотодельтаплан, может, почему, не знаю. Речка течет, видите, речушка. Населенные пункты какие-то идут. Встаем на маршрут. Потихонечку летим. Тула Норд показывает 68 миль до аэропорта Тула Северный. И вот видите, казалось бы, за 70 миль зачем нам показывать лендер? Ну, показывает. Где-то бы действительно дальность бы отрегулировать. Правильно Дима говорит. У тебя на левом крыле стробоскоп. Да, то есть он включен и работает. Ну-ка, 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 ну-ка. Но вот я его визуально не вижу. Где он? Нет. То есть, а вы видите, да? Чудеса. Чудеса. Вот, в общем, друзья, такие дела. Всем привет, я на Аляску лечу, Антон Ярошевский. Отличный полет, отличный. Аляску скоро сделают ОРБИ. У них есть сценарий, лендмарк, и есть такое понятие, как меш. Меш — это уточненная сетка высот, более правильные горы, овраги, складки местности. И такой меш уже вышел для Новозеландии, для Швейцарии. Вот видите, вот у нас... В том числе есть дурачки на стримах. Знаете, вот есть такая шутка. Раньше, когда интернетов не было, только дома знали, что ты дурачок. То есть, ну вот у нас дурачки подоспели. Стримы. То есть надо заморочиться, взять 320. Жалко, метка не включена. Сейчас включу, посмотрю, кто это у нас такой клоун развеселый. Вот, на будущее, чтобы знать. Так, планер. Я никак не пойму, как работает автопилот на посадке. Где искать частоты для iOS? В общем, подробности работы. Разбираюсь, конечно, но очень медленно. Ролики из других симов снова смотреть. Ну, я подумаю, ну, как бы я смысл-то объяснил. То есть мне записать нетрудно, но потом придется переснимать. Подумаю, по 320-му, наверное, впору уже писать. Как только топов десента не сделают точечку расчет, я думаю, что и... ну, Винаф уже, в принципе, работает в снижении. В наборе все равно приходится в режиме вертикальной скорости. Понимаешь, сейчас самолет летает... по концепции немножко неправильно. То есть он не очень правильно отрабатывает набор высоты и снижения. То есть в Airbus это немножко по-другому сделано. Мы вынуждены пользоваться костылями, таким вторым режимом, вертикальной скоростью, который, ну, нечастый, так скажем. Вот. Поэтому есть вот такие вот как бы нюансы. Но я думаю, что снять придется по 320, но это точно. Вот, Urbex уже сделал меж по Аляске. Нет, только анонсировали его. Да, вот я про это и сказал, что Аляску они анонсировали, но еще не сделали. Вроде как написано, что анонс. Следующий наш меж будет Аляска. Но пока не сделан. Смотрите, какой у нас тут абориген. Пах кругу летает. Вот есть нормальный человек. Пристроился с троем и летит. А есть дурачочек он на 320-м. Клоун, я бы сказал. Вот. Но в симах, к сожалению, и такие тоже летают. Михайлове, судя по всему, бывшая химплощадка для Ан-2, которую поляку курузили. Алекс пишет, скорее всего. Плохо знаю здесь места. Но все может быть, все может быть. Пошатывает ветерочком, конечно, то есть прям вот. Слушайте, а ГЛС в МФС случайно не реализовали? Насколько я знаю, пока нет. Пока нет. Слушай, так. В FTSIM, получается, уже выпустили звуки для несуществующих движков
Поэтому видите, не 1000 на 320 NX. Может быть, но движки я не видел, как переключить. Просто, видимо, звуки сделали. Retail Surf. Клоун, мама, я в телевизоре. Да, ну, это вот... Ну, возьми хороший самолет, пристройся рядом. Лети сбоку. Вот. Вопросов нет. Ну, вот есть такие. Но, как говорится, если клоуны есть в этом мире, значит, кому-то и зачем-то они нужны. Вот, только вспомнили. Летим, друзья, потихонечку. Елена через 2 мили сбоку, 2 мили вправо от Плахина. И под нами трасса идет какая-то большая. Причем трасса достаточно серьезная. Я смотрю, насыщенная с автомобилями. Сейчас я на карте посмотрю, что это за трасса. А трасса это R132. Вот. По ней, собственно, и добираемся. Кстати, по ней практически можно лететь. Она идет в Михайлов. Прям вот напрямую. Прям по трассе можно довольно-таки неплохо все, облака выглядят хорошо. Напомню, я в своем конфиге внес поправки. Я поставил детализацию облаков на шестерочку и лоды поставил на тройку. 300% Terrain Load и Object Load. У меня сейчас FPS 60. Они залочены на 60 у меня. Не залочены, а больше 60 видеокарта не считает. То есть только 60. Вот. А, Сергей, опять при выходе в меню движок вырубается. Вот, малый газ ставится, да-да-да. Здравия желаю, генерал от Тайгер. Привет, привет, дружище. А в Icon 5 есть автопилот? Дима спрашивает. В дефолтном нету, насколько я помню. А есть модификация от тех же ребят, которые вертолет сделали. Вот эти High Performance Group, HPG. Они сделали вертолет бесплатный H135, Airbus-овский, и 145 делают платничек. Вот, они сделали модификацию к Icon'у, они сделали движок форсированный, он мощнее там на 26 лошадиных сил, и они же добавили еще как раз и туда автопилот рабочий, двухканальный. Как я понял, высота, да. Двухканальный автопилот. Вот, и скачать на Flight Sim 2 можно, рабочая версия, под новый Sim Update уже обновили. Мы планировали на том Icon'е полетать над... Полетать над столицей Аргентины. Помните, мы летали, где футбольные стадионы. Тогда только вышел апдейт симулятора, и пришлось нам самолет поменять. Он не работал. Вот. Модификация не работала, она заработала. В итоге можно полетать, можно на ней попробовать. Как-нибудь мы на нем тоже слетаем. Антон Ярошевский. Это плотная модель, извините, если повторяюсь. Антон, прости, я, наверное, не услышал твой вопрос. Да, это платинчик, но... Что-то буквально 8 или 10 долларов он стоит. Есть в магазине симулятора, есть на Симаркете. Посмотрите, где подешевле, там немножко разница в ценах есть. Вот. И на сайте Немеца тоже можно купить, но у них неудобно. Обновление потом приходится проверять вручную, у них как-то уведомления толком не работают. Паски и выселки впереди, попадено, да, я так понимаю. Тулу Норд показывает, представляете, за 63 мили. Однако... Вот. Вот, а дурачок на Airbus вот продолжает летать. Сейчас я даже я включу ники, посмотрю, кто это. Мне просто интересно даже запомнить. Дурачков надо помнить. Кто потом случайно ему с ним в дискуссию не вступить. Мир симерский тесен, завтра может что-то понадобиться. А мы ведь запомним. Так. О! Бан в студию просят, сейчас сделаем. Как я говорю, если к нам полезли спамеры, всякие вот такие вот горячие девочки, значит канал наш становится популярным. В Icon 5 нет автопилота, который с модом в нем есть, Серег, если модифицированный. Там он есть и включается как-то хитро, я уж тогда разбирался. Как-нибудь полетим, я покажу. Девочки в чате, у нас тут, как говорится, есть, я как-то шутил на эту тему, повторюсь. Уж чего-чего, а девочек в чате симера предлагать не надо. Мы и так затрахались тут уже по полной, как бы, с нашими симуляторами. Шучу, конечно, ребята. Вот, летим. По трассе нам надо лететь. Особо вилять не будем. Возвращаюсь к трассе ближе. Хотя можно немножко сбоку пойти. Но поля, фототеррейн, деревья, все очень гармонично выглядит. И красивые облака вот отсюда. Такие дождевые. Как бы там над Тулой дождя бы не было. Костя пишет, самолеты первым делом, а девочки потом. И это верно, да, и это верно.
У меня, я в своей молодости занимался, в юности, в детстве даже, я вам скажу, занимался водномоторным спортом, это гонки на мотолодках, на скутерах, на воде. Вот, выступал на Кубке России, в Калуге, кстати, выступал, в здешних местах, не так далеко, на Ячинском водохранилище, в Москве выступал, в акватории Москвы-реки. Вот, у нас тренер допевал песенку, первым делом мы сломаем самолеты, ну а девочек сломаем мы потом. Вот, перефразирую эту песню. Александр Рыбак, Абоба 749507, Ник Арбасов. Понял, запомнил, ну, нику соответствует, товарищ. Миша, почему у тебя Тула Нот показывает? Я же изменил название на Клокола. У тебя сцена точно стоит? Стоит. Стоит. Вчера летал. Слушай, так это Тула Нот... А, он мне за 60 миль показывает, потому что он у меня выбран как аэропорт назначения, да? Он у меня выбран точкой прилета, и поэтому, соответственно, он меня показывает так издалека. Вот оно в чем дело. Понятно. А, добавил детей в друзья, теперь смотрим, как они перед глазами пируэты крутят. А мы уберем сейчас, да. Но не факт, что он в друзьях. Ну, из друзей мы его сейчас выкинем. Прям вот, первым делом. Сейчас неохота в меню лезть, сейчас прилетим, когда в Михайлов, да, и уберем. Всех поправим, всех уберем. Пилотов Airbus, всем привет. Дима, привет, дорогой. С прошедшим праздником тебя. Друзья, в воскресенье был праздник у нас, День воздушного флота России. Тех причастных поздравляю. Ну, мы-то симеры, как бы. Мы к этому делу бачком, а вот Дима, пилотов Airbus, реальный наш пилот, пилот Airbus, летает в уральских авиалиниях в Екатеринбурге. Дим, пламенный тебе привет и с праздничком с прошедшим. Вот. Планер, первым делом мы испортим самолеты, ну а девочек, а девочек потом. Да, да, вот именно так у меня тренер напевал. Мужик был очень зачетный, царство небесное, к сожалению. Забрал инсульт или инфаркт не так давно. Редких качеств человек, практически как второй отец мне был. Александр Николаевич, помню, запомню. Садимся? Нет, пока нет. Захарова впереди, Захаровский впереди, прям тут что-то Захарова и Захарова. Давайте со стороны немножко посмотрим на наши все эти дела. Леврейка у меня сегодня такая а-ля Тайгер. Добрые пчелы, населенный пункт. Надо включить все-таки русский язык, чтобы было все по-русски написано. Катагоша. Да, Тула Норд, скорее всего, за 60 миль горит, потому что мы туда летим. Он должен называться аэропорт Клокола, Совет Терминал, как-то так он назван у Алекса. Но у меня действительно странно отображается. Сейчас прилетим, посмотрим. Спасибо, сегодня тоже день ВВС по старому календарю. Да, мы сегодня как раз выяснили одну интересную вещь. У нас в группе Александр Раф, мой большой друг Саша, он непосредственное отношение имеет к военной авиации, работал, служил, точнее, в этом деле. И он написал, что 18 число праздник, день воздушного флота. Я его поправляю, в воскресенье был. Он мне пишет, в Советском Союзе был четко 18 числа, а в России его сделали 3 воскресенье августа. Вот, то есть, чтобы народ, видимо, не пьянствовал. Так что да, по старому стилю, так точно. Так точно. Нет, не садимся, мы летим до Михайлова и там сядем. У вас пилотов день ВВС как Новый год, несколько раз в году. Да, есть причем день гражданской авиации России, да, есть международный день гражданской авиации, день воздушного флота. Праздников много, так и должно быть. Чем больше праздников, тем лучше. Аэропорт Захарова под нами. Маленький, можно мимо пролететь. Вот я это и сделаю. Мы летим до города Михайлов. Захарова аэропорт. Совсем-совсем дефолт. Кто-то, кстати, туда присел. Смотрю, Айкон там взлетает. И кто-то еще стоит на парковочке. Может, статика, а может быть, кто-то из наших. Вот. Привет, сколько стоит такой самолет? Пилот Уфо, дружище, не помню, что-то около 10 долларов, совсем недорого. Он в маркете... Ссылка под видео есть, ребят, ссылка на 7-маркет. Гляньте, но потом проверьте цену в симуляторе в маркетплейсе, по-моему, там подешевле стоит. Могу ошибаться, проверьте. Евгениус, летать-то когда будете? Летаю так, что времени на отдых нет. Как с Димой не поговорю, он говорит, что вообще, говорит, труба. Дим, как ты дома или где-то? Расскажи. Всегда тебя спрашиваю об одном и том же. Дома ли, в полете ли, в гостинице ли. И вот тебе желаю чистого неба и мягких посадок. Присоединяюсь к тебе. Великое дело делаете.
Тут какая-то прям, не хочется к празднику, но какая-то черная полоса пошла. Разбился Ми-8 на Камчатке, погиб самолет с экипажем Б-200, и тут еще вчера и упал на испытательном полете военный самолет наш Ил. Очень жалко, видели, наверное, какую-то трагедию, двигатель загорелся на малой скорости уже у земли. Вот какая-то прям черная полоса из трех катастроф. Вот. 1200 во внутреннем магазине. Странно, это больше, чем 10, да? Может быть, подорожал, но как-то я его брал, помню, что совсем было дешево. Топливо у меня пока что четверть бака израсходовалось, то есть, в принципе, можно лететь напрямую в Тулу. Ну, раз мы в Михайлове хотим посадку сделать, мы ее сделаем, да. Пилоту Фаербас, я в Нижнем. Отлетал на сегодня, завтра выходной, послезавтра в Анапу слетаю и домой. Ну, в Нижнем Новгороде хорошо, хорошо. Тригина. Там же новый аэропорт, новое все, новый терминал. Интересно все это в симуляторе увидеть. У нас был сценарий с Тригина, Нижнего Новгорода от Just Flight'ов. Там в сценарии была стройка нового терминала, так они его и не обновили. Аэропорт давно построили, добавили, но Just Flight'ы пока заняты другими сценариями. И родной Нижний Новгород почему-то не хотят делать. Но это их право, они разработчики. Но ждем, надеемся, что ситуация изменится. Город Вилки впереди, Ховертово и Поярково горят у нас в ландмарке. Изучаем родные просторы, окрестности Тульской области. Тула, насколько я помню, областной центр. Вот, и летим потихонечку в сторону Тулы. Погода сегодня интересная. Небо с облаками, но облака очень-очень красивые по-своему. Поглядим на окрестности. Ну, красиво, красиво сегодня. Населенный пункт называется Смена. Может быть, какой-нибудь совхоз, может, дачный поселок. Да, и потом после Михайлова повернем направо, на Тулу-Норд, вот, до которого показывает 57 миль. Странно, но у меня сценарий стоит. Надеюсь, я ничего там не напортачу. Чуть-чуть там осталось, Ховертово, да, и там уже город Михайлов, уже прям вот практически мы к нему подлетаем. Сделаем посадочку, зальем топливо. Хотя вот топлива-то хватает, я смотрю, у меня больше половины бака, это три четверти, поэтому, может быть, и не надо. Но прокачусь, в конце полосы остановлюсь и топливо залью, мало ли мы над Тулой покружим и взлечу, догоню вас. Ребят, вы можете посадку не делать, то есть кому как по необходимости, так скажем. Александр Иванов, предложение. Полетели в следующий стрим посмотреть китайскую стену. Запишу. Интересно, кстати, вариант. Она реализована в симуляторе. Евгений успишет. Пилотов Airbus хотел спросить, сейчас все еще меньше летают, чем до пандемии, или уже восстановился трафик до прежних объемов? Ну, поскольку курорты все закрыты, я думаю, что прежние объемы вряд ли, но вроде как летают много, грузовых рейсов много. Дима рассказывал. Алекс Колчин пишет. Это пока Рязанская область, Тульская дальше. После Михайлова. Понял. Рязанская на Михайловой границе. Принял тебя, дружище. Спасибо. Ланикс, привет. Что делать, если у меня нету нумпада? Если нумпада нету, а зачем он тебе нужен? Ты хочешь обзор камеры сохранить? Похорони на другие кнопки на какие-нибудь. Это не принципиально. Можно на любые другие сохранить. Продолжаем лететь над дорогой. Продолжаем лететь. Пересекать будем сейчас речку. Хочу название речушки узнать. Река Жрака. Представляете? Но она течет у нас на правом крыле, вот на рядышке. Жрака. Чего себе? Жрака, наверное. Может быть даже. Ничего себе. Вот, готовимся к посадочке, немножко снизимся. Над самой землей пройдемся. Здесь одну речушку мы пересекаем, а одна сбоку пошла. Жрака, вот она, по-моему, только большая. А маленькая, это уже какой-то ручей. Он даже не подписан в симуляторе. А сколько градусов греется видеокарта у вас? Сейчас скажу, у меня сейчас температура видеокарты 72 градуса. А то у меня 80 градусов греется, не пойму почему. 80 нормальная температура. 95 нормальная, не переживай. Так. Немножко правее возьмем. Так, над дорогой идем.
Дорога прям приводит нас в Михайлов. Единственное, что можно немножко срезать. Ну, в школе летели мы на трассы и пойдем. Акции авиакомпании надо покупать. Спрашивает. Понятно. Планер. Я недавно обнаружил, что самолеты летают почти без передыха. Экипажи отдыхают, а самолета почти нет. Ну, стоимость обслуживания самолета дорогая. Чем дольше он стоит, тем больше потери в деньгах. То есть самолет должен непрерывно летать, отбивать свои затраты на обслуживание, скорее всего. Вот, я обнаружил, что это во флайт-радаре. Честно говоря, не ожидал. Техника работает на износ. Но это техника, не человек, ей отдыхать не надо. Ее надо своевременно обслуживать и проверять, и все. А так, чем больше она летает, тем, мне кажется, лучше. Эрик Картман, привет, хлопцы. Привет, дорогой, рад тебя видеть. Скажи, пришел ли тебе рут от Honeycomb'а? Эрик как раз счастливый обладатель штурвала Honeycomb Альфа, на который мы собираем. Он мне насоветовал его купить, а ему повезло уже заказать себе руды Honeycomb Браво называются. На них очень большая очередь. Он в марте заказал и только, говорит, выслали в мою сторону коробочку. Ну вот, интересуюсь, пришла, нет, расскажи, как она. Вот у Фарбаса. Я в акции авиакомпании не покупаю вообще. Ребят, у меня второй пилот рубнулся на что-то. Не знаю, на что. Вот, видите. Дима, нашел наконец русскую озвучку для Self-Loading Cargo. Есть такая аэрофлотовская. Победа S7, это, походу, единственная русская озвучка. Нет, еще аэрофлот есть, могу скинуть. Для Self-Loading у меня есть аэрофлотовская озвучка. Где-то была, я ее сохранил, так и лежит в папке. Ни разу не ставил. Павел Орлов. Миш, я тебя вчера видел в районе Тулы, крылом тебе махал, наверное, готовился к стриму. Я тебя тоже видел. Видел тебя. Я своих вижу сразу, у меня метки включены. Вот, завтра жду, тебе первым отпишусь. Отлично. Ты, дружище, Honeycomb Браво, делай фотки, а я их на стриме покажу, ребята. Потому что девайс руды Honeycomb Браво, по-моему, еще лучше, чем штурвал. Следующем, следующей позиции закажу. Соберем на штурвал, потом соберу себе на руду обязательно. Надо правильные девайсы, у симеров должны быть. Сейчас вот перешел на джойстик ВКБ. Кто не знает, у меня Gladiator Next. Скоро будут новые модули, ребят, посмотрим. И, ну, невероятное ощущение от полетов. То есть летать стало намного лучше. Вот эти вот, я низинчиком микродвижения делаю. Я, вот у меня как рука идет, так же поворачивается на экране самолет. То есть нет ни запаздывания, ничего. То есть идеальная отклик, идеальная вот, ситуация. Вот, Козловка у нас впереди, населенный пункт. Заречье, низок. Интересно разглядывается населенный пункт. Единственное, отрегулировали, какие показывают, какие нет. Может быть, по населению, по плотности и так далее. Но вот Михайлов аэропорт у нас уже загорелся. Видите, трасса идет загибом. Вот он, Михайлов аэропорт. 4,85 мили. Можно немножко над землей пролететь прямо сейчас. Над машинками, рядом с машинками пролетим. Ага, смотрите, линия электропередач стоит вот. Не так часто в синий видел. Они все на маленькой высоте. В ДКСе об них можно разбиться. Даже провода зацепить. Тут не знаю. Берем курс на аэропорт. Город Михайлов у нас. Мы его в любом случае пересечем, потому что аэропорт находится на юго-западной части города, а мы подлетаем с северо-востока. То есть мы по диагонали город все равно пересечем. Не знаю, большой город или нет. Мы, кстати, грозу догоняем с учетом моего летательного аппарата. Немножко сыгатно, потому что на ультралайт самолетах в грозу не летают. Но наши полеты виртуальны. А, так, электричество вырубили, Константин Симонов пишет. А, я понял. Педали какие у меня? Педали Logitech, SiteTech, они же пластиковые. Вот, русские, русские телятники, видите, населенный пункт слева. Михайлов город, я не знаю, большой он или нет. Вот как Алекс сказал, он находится на границе Рязанской и Тульской области. То есть мы сейчас как раз влетаем в Тульскую область. Это здорово. Бастер Кот пишет. Вертавия, привет. Здорово. Я только заинтересовался виртуальными полетами, но совсем ноль в теорию. Заходи, спрашивай, расскажем. Подскажите, с чего начать, чтобы поизучать, чтобы сразу не забросить. Ну, если есть желание летать, то не забросишь. Ребят, Михайлов под нами. Кружим головой, смотрим. Такой небольшой населенный пункт. Я не знаю, чем он примечателен. Если кто знает, расскажите.
Вот, я ранее здесь не летал. По теории, освоить Cessna 172, желательно понять, как работает аэронавигация, что такое полет по маякам, WorldEME, что такое заход ILS, и потихонечку переходить уже к тем самолетам, которые нравятся. Как правило, новички любят на лайнеры залезать. Очень многие начинают летать на лайнерах, а потом со временем начинают летать на маленьких самолетах и понимать, какой кайф летать на малышах. Но сначала у всех пилотов практически гигантомания, дайте самый большой самолет, 320-й маленький, дайте 3 семерки, 3 семерки маленькие, дайте 747, и так, поехали. Вот, сколько раз я этой дорогой ездил, понял тебя, ты где-то работаешь тут в этих местах, дружище, расскажи. Пилотов Airbus, так, а это между собой, Ромарио Норд, бонжорно, почтенным сеньором, привет, дорогой. Так, с нами еще не здоровались. Здорово, здорово, Ромарио. Костя Симонов. Придется побыть клоуном, буду догонять на F-15. Нет, догонять можно чем угодно. Это вот те, кто встречно пытаются в лоб полетать, как бы вызвать какой-то негатив. Ну, вот это клоуны. Нет, если ты используешь просто для перехвата, догнать и сопроводить, ничего страшного. Чикалайт пишет. Бастеркот, скачиваешь с рутрекера FSX? Так, ребят, про рутрекер. Чикалайт, я тебя уже просил, не первый раз. Никаких рутрекеров, уважайте чужие труды, не дай бог, чтобы вас когда-то обворовали. Вот, заканчиваю, не первый раз уже, дружище, пишешь, при всем уважении, не нарушай правила. Ромарио, подскажите, пожалуйста, после глобального обновления стало долго грузиться игра, синяя полоса. Странно, у многих наоборот время загрузки выросло. Но в меню грузится, выбираешь полет, а потом при загрузке синяя полоса доходит до 2/3 и все. Ну, я бы на твоем месте удалил симулятор полностью, удалил папку с конфигами, которая находится в апдате. Апдата, роуминг, Microsoft Flight Simulator, и все там удалить полностью. И конфиги графики и всего остального, они хранятся на облаке, все сохранится. И все заново переустановить. Возможно, что какие-то отголоски кривого обновления, я тебе рекомендую повторно установить. Самое лучшее, чем как-то чинить, вот лучше всего так. Женя, еще раз и полетишь прямиком в Вангард под названием БАМ. Не, ругаться не надо, Чикалайт с нами летает очень давно, но я прошу тоже уважения с твоей стороны, Чикалайт, не надо. У нас есть правила канала, к сожалению, мы их соблюдаем. Вот, отправлять не надо, но у нас все вменяемые люди, мы договоримся. Вот, Евгениус, 24 августа... Комик-зона 13. Германия, Швейцария, Австрия. И игровой какой-то этот самый фестиваль, да? Так, ну вот сейчас мы зайдем с вами на посадочку. Друзья, по желанию посадка, я думаю, что всей толпой не стоит. Сейчас буквально я вот топливо залью. Да, у меня уже чуть больше полбака. 2 часа летает данный, как говорят, пердомонокль. Вот, его нужно на полосу ставить с минимальной вертикалкой. Он очень хрупкий. Алюминиевые трубки нельзя бросать, то есть он прям вот любит мягенькое-мягенькое касание, его бросать нельзя ни в коем случае. Скорость посадочная там в районе 25 узлов, вот мы сейчас ее развернем в вираже, прибираем скорость и будем опускать его максимально плавно, поэтому жмемся к земле, не надо нам никакие крутые глиссады пытаться... Ой, видите, тут деревья у нас будут. Кто же деревья-то посадил в торце полосы? Ладно, зайдем. Смотрите, прям на торец полосы, и полоса-то коротюсенькая. Знаете, мне здесь даже не с руки сажать. Попробую, конечно. Но он скорость теряет хорошо. Я сейчас так наискосочек. И тихонечко его ставим. С минимальной вертикалочкой. И оттормаживается. Ну, он легкий, поэтому он, ему хватит этого расстояния оттормозиться. Но, в общем, ставить его надо очень аккуратно. Потому что там даже такой характерный лязг трубок есть. То есть, если резко его поставить, там прям аж звон будет стоять. Как эти трубки звенят. Я когда первый раз летал, приложил его так. То есть, у него стресс-дэмэдж, если включить, то можно его закрашить. Ага, айкон прилетел. Прошу прощения. Ну, ребят, сейчас будем сразу взлетать. Полоса очень неудобная, короткая, многим не рекомендую садиться. Не потому что сложно, а потому что как-то ну совсем дефолт, и тут даже деревья не спилены. Заливаем топливо. Будем считать, что мы просто канистру достали. Долили.
И поехали на взлет. Ага, кто-то также с бачка заходит, как и я. Вижу, вижу. Ребят, я справа взлетаю, давайте по правой стороне. Ага, отлично. Ой, как я тут помешал-то. Прошу прощения. Все, полетели. Красивая какая ливрейка у Airbus'а. Вертолета, который висит. Все, друзья, взлетели. Чувствуется вес. Самолетик нагрузили. Я прям в глиссаде встречно лечу. Ёлки-мальки-палки. Сейчас мы в стороночку уйдем. Вот, и все, и берем направление на Тула Норд. Лендмарк виден, рисочка, все. Разгоняемся. Что-то у меня скорость резко упала. Может, потому что я в наборе стою, конечно. Сейчас мы набор уберем. Сейчас, ребят, чат прочитаю. Ух, молния сверкает. Значит, у вас в Подмосковье и в Тульской области были грозы сегодня. У нас не было. Но в Новгороде. Мы подальше находимся. Но тем не менее. Все. Летим в Туле. 50 миль. Это где-то... Ну, почти час лететь, друзья. Готовьте свои вопросики. Готовьте свои вопросики. Так я пока предупредил. Не, Жень, на стриме спокойно лучше поговорим. Так, у меня почему-то топливо не используется. Странно. Или это должно. Что за самолет? Мистер Икс, пердомонокль, табуретка, да табуретка. Твоя фраза, да. В реальности лучше на такой табуретке летать, чем никак. Да, нет, на ней я думаю, что очень клево. Я в свое время, когда в Крыму был, отдыхал, в том же Коктебеле, там очень много таких мотодельтапланов, на них катают, деньги зарабатывают. Прекрасные аппараты, надежные. Даже если движок откажет, большое крыло, можно просто спланировать. Достаточно легкий. Люди, дайте ссылку на вертолет от Airbus, пожалуйста. Мне неудобно, если кто-то из админов скинет, буду благодарен. Павел Орлов пишет. Вот лучше было. Лечу в районе Анапы, встречаю Маринерский из нашей банды. Да, мы все уже друг друга видим. Мир тесен. Через день лечу в районе Костромы и тоже его встречаю. Хотя не в друзьях, Тиме. Точно мир тесен. Да, абсолютно. Я постоянно наших вижу. Мне кажется, я когда захожу, кто-то подсматривает, где я, и даже заходит посмотреть, где будет следующий стрим. Я же когда готовлю, я места проверяю. Еще бывает анонса нету, но я уже там летаю. Вынюхиваю что-то. Я давно в симуляторе не летаю для себя. То есть у меня всегда это какая-то подготовка. Вот. Александр Антохов, привет из Черногории. Как бы я хотел бы сейчас у тебя в Черногории оказаться. Привет, дружище, привет. Сейчас Некрасово пролетаем. Маковские выселки там впереди, населенный пункт. Маково и Маковские выселки, интересно. Сегодня у нас такой низенький полет. Прям вот вообще. Смотрите, я разогнал его. Сколько это получается? 70 узлов в пикировании, да? Сейчас мы вот выровняемся. И пойдем прям над верхушками деревьев. Знаете, как в войну летали? На разведку. Вот. Мастер-класс, спасибо, буду изучать, мне как раз Cessna нравится. Ты в группу в нашей подписывайся, в Вертаве, Microsoft Flight Simulator. И в личку пиши, есть вопросы, подскажу тебе, расскажу, чего знаю, чего не знаю, вместе узнаем. Вот. Ваня Стерков, всем привет, удачного стрима и приятного просмотра. Привет, дорогой, рад тебя видеть. Когда домой уже, расскажи. Когда, ты говорил, билеты взяты, я позабыл, на какое число, когда тебя ждать. Из дому. Стрелецка. ЖД-станция. Здесь даже домиков нет. А Ленмарк стоял. Летим, друзья. Вот, ребята красавцы рядышком летят. Молодцы. Столько огоньков сзади. Видите, все летят. Включить сейчас, если имена, то там все небо будет в именах. И Айкон летит рядышком. Красивая погода, красивый закат. Я где-то на часик, на полтора время отмотал, чтобы нам... Ну, мне на данном летательном аппарате в темноте летать нельзя. Он не летает ночью.
То есть есть правила полетов по приборам, а есть правила визуальных полетов. В правилах визуальных полетов запрещено летать ночью. То есть визуальные полеты проводятся только при нормальной видимости, при адекватной погоде. Все это прописано, там метеоминимумы указаны. И в том числе ночью летать нельзя. А у меня в самолете еще и освещение нет. Ни панелей, ни огней. Классный аппарат, отличный, отличный. Александр пишет, так прилетай, есть вопрос. Настроил ИВАУ, где диспетчера в России? Есть карта контроля в ИВАУ, ее чекай периодически и будут появляться. Но вообще немного. Москва, Питер, Екатеринбург, так на вскидку, где бывает контроль. Но большого контроля, к сожалению, нет. Но появляется на ивентах, на выходных, в пятницу вечер, в субботу вечер, побольше контроля. На рабочей неделе многие люди работают, поэтому контроля немного. Кому под вертолет, ссылка выше, мистер Икс написал. Отлично, я пропустил как раз. А, так. Какой-то был вопрос. Игорь Лютин, ему Евгениус ответил. Я, видимо, пропустил. Ребят, простите. А, неудобно голову поднимать, монитор сверху. Завтра будут вопрос решать. Кронштейн буду ставить. Вот, один стрим, и сразу стало понятно. Так неудобно. Шея отвалится. А, во сколько ПВП начинается ночь? А, там... нету времени. Я думаю, что в... ну, во-первых, в разное время года, но я так понимаю, что в темное время суток нельзя летать. Диспетчер не выпустит. Ты запросишь полет визуально, он скажет, нет, уже темно. То есть любой полет все равно согласуется с диспетчером. Диспетчер тебя просто не выпустит. Я так думаю. Поправьте меня, ребят, если я ошибаюсь, если было бы реально в чате. Дима вот у нас был по визуальным полетам. В явном виде время дня и ночи не прописано, оно меняется сезонно, и погода меняется сезонно. Вот. То есть, что является допуском на визуальный полет? Я думаю, что разрешение диспетчера на полет, а диспетчер уже решит, выпускать или нет. Потому что любой борт, который находится на земле, запрашивает разрешение на вылет. То есть, будет сказано, что вылет, визуальный полет запрещаю, темнеет. Визуально в темноте летать нельзя. Диспетчер запретит, скорее всего. Миша, хотел тебе написать, но все, забегался, так что напишу тебе сегодня-завтра. Напиши, буду рад. Женя Горбачев сейчас в баню отправлю. Я уже говорил, Жень, давайте слова эти все уберем из чата. Вот. Всегда, пожалуйста, дружище. Денису пишет мистер Икс. Сколько хочу вам всего еще рассказать, ребят, сейчас не знаю, долетим, может быть, в процессе. Мы сегодня еще Груман посмотрим. У нас будет после стрима на весьма интересном самолете. Весьма-весьма интересно. Я просто на Тулу беру направление, хотя навигации в данном самолете нет, я так лечу, плюс-минус. Не было бы меток на земле, я бы, наверное, летел бы по GPS, ну, Little Nap Map я использую как GPS. Считаю, что у меня где-то на руке есть штукенция такая. Так. Видишь, да, это мы с Ваней так шутим. Ну, да, но не надо про бану. А банчик-то наш, мистер Икс тебе пишет. Александр Ротохов, вот из-за неактуальности ИВАУ я с X-Plane 11 вернулся в FSX 10. А в X-Plane разве так плохо с ИВАУ? Или с чем? Что не устроило? Как связан симулятор с сетью? У нас что в 27, что в ИВАУ, примерно один и тот же контроль, примерно один и тот же трафик. Когда кто-то говорит, что в ИВАУ больше контроля или в АТСИМе больше, это все ерунда. В среднем я как-то считал, за в течение недели заходил, сравнивал количество контроля и среднее количество пилотов за день. Отличается очень мало, практически без отличий. Миш, да это мы с Ваней так шутим. Да-да-да, но не надо все равно. Вот, друзья, так что в пятницу у нас 320-й, полетим, скорее всего, из Загреба в Ираклион. В Ираклионе, насколько я помню, там нет захода ИЛС, там какие-то визуальные заходы. Давно я в Греции не летал, хотя очень люблю эти места. Я даже помню, как заход в Ираклион происходит. Там аэропорт параллельно острову вдоль воды идет. И там просто долетаешь до точки, и дальше визуальный заход. То есть там обрыв плана идет. Посмотрим, как это будет во Fly-by-Wire 320 выглядеть. Ну, в любом случае, посадим. Погода в Греции сейчас вроде как хорошая. Может быть, наоборот, из Греции полетим в Загреб. В Загребе точно погодка будет веселая, но в Европе сейчас ходят циклоны с антициклонами. Может быть, в обратную сторону будет поинтереснее.
Вот. В Загреб покажу. Очень красивый аэропорт с точки зрения терминала. Там очень интересная архитектура. Очень красиво он выглядит. И покажу обязательно. Обязательно покажу. Айкон рядышком прям практически со мной летит. Строим. До Тула осталось совсем чуть-чуть. У меня вчера арбуз 320 Fly by Lair нормально летал, стабильно 0.63, недавно выпустили. А, стабильная версия, которая в магазине, да. Но я использовать буду девелоперскую версию. Как всегда, самую актуальную, самую свежую, чтобы как раз на стриме ее посмотреть. И как раз мы там все в FS2 Crew обсудим и посмотрим. Мне самое главное теперь заказать кронштейн для монитора. Я сейчас прямо это сделаю, чтобы мне успеть до пятницы. Есть кронштейн, на который цепляется монитор, и кронштейн скобой цепляется за стол. То есть можно его сбоку повесить, кронштейн. Вот. Мне надо именно так сделать. Выше полка у меня сейчас стоит, это очень неудобно. Шея уже никакая. В плейне с Ивалу все хорошо. А как вы привязали сеть к Симу? Вы имеете в виду, и тем более тут же не с Microsoft Simulator сравнивают X-Plane с FSX, что не так? То есть трафик там нормальный и в X-Plane, и в FSX. А сеть, она и в Африке сеть, у нее хоть с чего зайди, она везде будет. И вау, диспетчера ловить нужно. В X-Plane дефолтный диспетчер никакой, ты сам говорил. А ловить диспетчер норм. А, ты про это, ну, да. А в припаде можно про ETCX поставить, там вообще бомба. Тут я понял тебя, да. Диспетчер в FSX хороший, да. Это правда. Он и с трафиком работает. Если трафик грамотный. Это точно. Это точно. Абсолютно. Опять горячие девочки к нам пролезли. Опять баня. Это значит, канал у нас популярный. Процентов 56 зрителей на Ютубе, один на Твиче и двое ВКонтакте. Ребят, спасибо вам большое. А как огромное. С Айками мы тут групповой пилотаж устраиваем. Трудно мне высоту набирать. Видите, ручку потянул, сразу скорость потерял. Поэтому лучше пикировать, снижаться. Ваня, готово. Отлично. Виталий Харланов, на чем летим-то? Aerolite 103, Moto Delta Plan. Производство разработчиков немец. Дизайн, ссылочка под видео. Шикарная вещь, мне очень нравится. Очень душевный и хороший агрегат. Мне прямо заходит. Я давно на нем не летал. Вот, ну прям аппарат шикарный. Можно в нем немножко полазить, кстати говоря. Посмотреть, как там движочек работает. Так, а что у меня с мышкой? Интересно. А, все, понял. Так вот, это я просто двигаю камеру из салона, поэтому пилота нет. Если внешний включить, то пилот будет. Но так детально уже не рассмотреть. Есть нюансы. А если так вот лазить в камеры, которые настроены на управление взглядом, то можно все более-менее подробно изучить. Первомайская. Первомайский поселок, видимо. Летим. Тло у нас направо. Чуть-чуть корректируемся. Александр Атохов, я ставил с твоего канала пробу диспетчера и трафик после запуска X11 через 10 минут вылет. Что-то не так поставил. Что-то не так поставил. Пробы работают. Рабочая. Мы сейчас долетим, пересядем самолетик под названием Grumman от FlyCMWare. На Аляску отправимся, посмотрим, как там погодка. Там есть такой Goose Bay, красивое место, прямо на берегу озера.
посмотрим амфибию. С травки взлетим, на воду сядем, поглядим, что за аппарат. Аппарат весьма-весьма интересный и достаточно достойный, мне кажется. Достойный аппарат. Более чем. О, да, выглядит интереснее, чем VGP стол. Да, да, согласен, отличный аппарат. Фига себе, с камерой, как эти. Прям порут. Девочек навязывают. Отчаянно. VGP Power Stall, кстати, у меня куплен, мы как-нибудь у нас слетаем. Планер, процедура запуска двигателя в этого ситуации несложная. Нет, три кнопки. Причем они все по умолчанию включены. Есть ролик на канале у нас, прям обзор этой штуки, и там по порядку, как его запускать. Коротенький ролик, там на 5 минут, по-моему, обзор Aerolite 103. Посмотри в плейлисте обзоров самолетов, там три кнопочки. Вот. Но этот самолет для визуальных полетов, то есть здесь никаких. Здесь есть только, вот, грубо говоря, компас. Есть приборчик, на нем даже, я не знаю, задатчик-то работает. АДФ, Биринг. А, да, даже по АДФам можно летать. Прошу прощения. То есть вот этот приемчик не только ком радиостанции управляет, а еще частоту АДФ можно ввести и увидеть направление. То есть АДФ-ка это прибор для поиска маяков, как бы. Можно устроиться, в принципе, слетать даже по навигации. Прикольно, прикольно. Завтра в Тулу на машине еду, Виталий пишет. Отлично. Мы сейчас долетим как раз. Костя Сухинич, дорогой ты мой, привет, дружище, рад тебя видеть. Добрый день, пилоты. Миша купил новый шлем Vive Pro 2. Рассказывай, видел я на него предзаказ. Его обещали начать продавать с 19 августа. Ты как купил за день? Основной конкурент Hewlett Packard, так точно. Картинка супер. Интересно, спрашивайте. С радостью поделюсь впечатлениями. Очень интересно. Расскажи, как ощущения эргономические. На лице удобно ли сидит? И расскажи про угол обзора, то есть вот этот эффект одетой маски сильно давит, нет? Очень интересно, спасибо большое за информацию. Vive Pro 2 поступил в продажу, да, без контроллеров, стоит столько же, сколько Hewlett Packard с контроллерами, но шлем действительно практически топовый. Очень интересно услышать именно ощущения эргономические, то есть как вот он на лице, как ощущения. Вот. А я, как и обещал, ребят, очень скоро будет обзор Oculus Quest 2 вместе с Hewlett Packard Reverb 2, про который я рассказывал. Скоро будет железный обзор, я вам два шлема покажу в руках, расскажу про плюсы и минусы и применительно именно к авиасимуляторам. Как их нужно запускать, как использовать, какие нюансы должны быть, какое железо должно быть и так далее. Все расскажу. Расскажу подробнейше. Так, девочек нам напредлагали, забанили. Вань, спасибо большое. Ингениус. Дима, как только Fly by Wire снова появится, ну, во внутриигровом магазине, так значит его восстановили. Ну, там вроде 6.03 версия должна работать. До тех пор с ним и стабильной версией его лотерея. Деф-версию ставьте, ребят. Она всегда свежая и новая. Сергей Болгарий пишет. Стоит ли покупать MSFS, если в компе GeForce 1060 3 гигабайта и ProS i5 7500 оперативки 16. Ведь красивости все равно не добиться. Добиться. У нас есть админ, наш испанец, который с нами 1000 лет. Он летает в Microsoft Flight Simulator. У него 1050 видяха, 8 гигов оперативки. ProS не помню какой. И он летает, грамотно настроил, и картинка вполне себе приемлемая. Показывал скриншоты, стримил в Дискорде, все хорошо. То есть, если не претендовать на ультранное качество, то у него в итоге в МФС кадров больше, чем в X-Plane. Он говорит, у меня X-Plane на моем железе подтормаживает, а МФС можно выжать кадров больше, чем в X-Plane. Но это именно касаемо вот такого слабого железа. На 1060 будет летать хорошо. Грамотно настроить, грамотно все привести в порядок. Тем более, последний сим-апдейт подпилил немножко графику. И тем, у кого железо слабенькое, у них неплохо выросли FPS, что не может не радовать. Так что... Сим идет в массы, а кому нужно качество, мы там всякими
костылями себе поправим. Может быть, бегунки нам бегут, посмотрим. Вот. По графике X11 приходит AIG 10 и в основном проигрывает. Это на мои наблюдения. Александр, да, соглашусь. Владислав Крымов. Михаил, добрый вечер. Привет, Влад. Расскажите, пожалуйста, что у вас за значки в выпадающем меню? Видно много недефолтов. Сейчас покажу. Видите, ребят, я мышку на второй монитор двигаю, он у меня наверху. Я все время пробегаю через меню. И поэтому вот все это. Сейчас расскажу про значки. Юрикус, у меня просто 7400, видяха 1060, 6 гигов, играю почти на максималках. Вот. Пишитесь в личку, поделитесь настройками, и все будет супер. Вот, Юрикус пишет точно. Девчонок нам настоятельно предлагает. Вот. Дима Греф, привет, привет, привет. Паша Орлов, так, подскажи, RTX 2070 потянет этот шлем или нет? Как там MFS поживает? Дим, отлично поживает. Миш, включи ники, пожалуйста. Включу, когда прилетим. Галыгина пролетаем. Вань, ники тормозит картинку немножко, я поэтому теперь включаю по прилету, дружище, прости. Я уверен, что ты с нами где-то рядом, да? Поэтому и пишешь. Вот, но вот пока, к сожалению, не так. Так, ребят, сейчас. Сейчас тут немножко с чатом разберусь. Секундочку. По поводу значков, ребят, был вопрос, что у меня за значки. Смотрите, ну это настройки, это карта, это загрузка. Здесь у меня идет пушбэк, собственно. Это экспресс-пушбэк, очень быстрая выталкивалка. Это карты Навиграфа. Только они почему-то всегда теряют мой этот самый логин, приходится перелогиниться. А это вот GTN-ка 750-я. Блин, она сейчас, наверное... А, вот она появилась. Это GTN-ка от PMS, которая платная. Она у меня пока в бесплатной версии, но я хочу купить платную версию. Там есть подписка на год, либо 75 евро навсегда, и она твоя. Я хочу купить навсегда. А это окошечко для вызова FS2.3 Command Center. Здесь как раз вызывается продукт. Либо Pushback, либо 320NX, либо RAS Professional. В общем, все продукты, какие у меня стоят от FS2.3, они здесь теперь управляются, и в окошечке можно их... Ага, видите, как работает. А окошечко-то не растянулось. То есть это панелька для FS2.3. К ней мы в пятницу вернемся, когда я буду показывать Pushback Express и FS2.3 для 320 Fly-by-Wire. Вот, Ваня, всю ночь обновлял, готовился, я понял тебя. Сейчас долетим, включу. Чуть-чуть осталось долететь. А, Константин Сухинич пишет, Костя, у меня был просто Vive Pro, докупил только сам шлем. Ага, то есть контроллеры подошли. И девочки нас эти напрягают, так, надо их как-то запанить. А, докупил только шлем, конструктивно шлем, копия предыдущего, но 2 4К LCD дисплей, обзор. 120 градусов, больше не нужно, шея не устает. Круто, круто. Хороший шлем, я на него смотрел, но вот надо отзывы были, поэтому отзыв очень полезный. Сергей Волгарев, в субботу ДР у меня, тогда придется жену разводить на покупки на МСФС. Разводи, хорошее дело. Сейчас я еще раз заблокирую. Так. Вот. А GTN-ки 750 летаю еще с их альфа. Купил, поставил на все самолеты, даже на G1000. Удобная вещь, согласен. Согласен, я хочу ее купить и как-то даже отдельный стрим по ней сделать, рассказать про все нюансы. Вот, потому что 75 евро, конечно, деньги, но она идет на кучу самолетов. Причем с крутилочками с 3D она идет на Каринады, на Семинол, на Синеку, на Пайпера. Just Flight идет прям с крутилочками, все 3D-шное как надо. И на все дефолтные вместо гарминки тысячные плоская, но тем не менее появляется и тоже можно пользоваться. Миш, не парься, я блокирую. Ага, хорошо, а то я тут тоже параллельно. Спасибо, что-то видишь, прорываются. Спасибо. Терпение и труд, все перетрут, сейчас мы всех перебаним. Давайте снаружи посмотрим на самолет. Смотрите, у нас уже закат. Мы прям к закату прилетаем. Ну, было бы посветлее, если бы не было облаков. С облаками получается прям немножко темновато, но с другой стороны, зато достаточно реалистично все по картинке. Aerolite 103, да, молнии сверкают вдалеке. Шикарный мото-дельтаплан. Мне нравится данная моделька.
немецы сделали. Была мысль на Яке-18 слетать, учитывая, что аэропорт в антураже СССР сделан. Вот, но пока я себя переморол, летим на Аэролайте. Вот. А послезавтра, ребят, 320-й FS2Blue будем прямо на ходу разбираться. Я так в общих чертах поразберусь, чтобы не тупить. Вот, но какие-то нюансы будем проверять уже на ходу с вами все вместе, друзья. Пятницу. В пятницу в 7 вечера полет будет, достаточно долгий, без послестримия. Посидим, разберемся с FS2Blue, поковыряем экспресс флэшбэк, который от них, они его прям перепахали, потому что он в последнее время перестал работать. Глючил, тупил, вышибал симулятор, там что-то бы с ним не было. Там вот такие как бы нюансы. Так что вот такие дела. Я хотел, ребят, поинтересоваться, может быть, кто-то в чате есть опытные. Сейчас отвечу только. А, что такое ГТНК 750? Это навигационная система, типа Garmin 3000 и так далее, более навороченная, более продвинутая. Одна из самых таких крутых на сегодняшний день, которая используется в малой авиации. Вот, но она, ее можно вызвать как 2D-окно, собственно, и подсматривать. Но оно не очень, как бы, соответствует реальности, тем более, видите, пишет, вышла новая версия, надо обновиться, то есть можно ее растянуть. Это целая карта, видите, вот мы летим, вот наш маршрут, она тачскриновая, то есть авионика, то есть можно вызывать как 2D-окно. Я только не пойму, вот за какую часть ее можно перетащить, где ее таскать. Можно, конечно, вот так. Вот. Вот, в общем, весьма удобная вещь. То есть можно посмотреть, где мы летим и так далее. Где наш самолет, отцентроваться. Сейчас мы найдем. Источник навигации, GPS, in-out. Еще раз в мэп зайдем. У меня версия старая, ребят, надо обновить. Вот, погодный радар есть. Для этого нужно подключить службу внешнюю. План полета, процедуры. Ну, глючит, потому что версия у меня старая. Обновлю. Вот, и покажу вам все. Ссылку можно. ГТНК VR работает. Серега пишет вверху слева. А, кнопку где нажать? Я понял. А вот в VR, не знаю. Таскать 2D750 слева вверху, где ком-вол. А, я понял. Угу. Сейчас еще раз вызову. Вверху слева, да? Забыл. А я 2D не пользуюсь. Поэтому вот ком. Где? В каком месте? А, вот так. Ага. Ну, у меня она кривая, не обновленная, надо обновиться. Вот. То есть эта авионика встраивается в место дефолтное. Можно ее выбрать. И она очень продвинутая. Там и погодный радар, и террейн радар. И трафиковское окно, причем свое, и нормально работающее. В общем, там много всего. Я отдельный стрим вам покажу в ближайшее время. Вот, в VR, думаю, что работает. Но она встраивается в самолет. Ее не надо как 2D окно, она появляется вместо той авионики, которая у тебя стоит. То есть вместо гарминки в том же Синеке появится GTN 750D. Скоро долетим, ребят, гроза тут сверкает прям вообще. Давайте пониже снизимся, разгонимся немножко. Планер, как подключать в Симе эти карты навиграфов? Навиграфий аккаунт имею подписан. Вот, ты скачиваешь лаунчер, есть лаунчер для Microsoft Flight Simulator. На сайте навиграф он есть. Ты его запускаешь, у него три пункта. Обновить навдату, поставить приложение с картами и обновить навдату для Сержи. Там три пункта. Все три устанавливаешь и появится. Могу показать, как это делать, когда придите. Как выглядит этот лаунчер, где его скачать. А, вот. Симбриф также привязан. А вот в планшете у 320-го симбриф не подгружается. Ролик есть по подгрузке. Глянь, это было сухально. У нас в группе Microsoft Flight Simulator. В ВК есть ролик на английском языке. Надо мне русский снять, как симбриф подгружать. Надо это сделать. Вот. Все, всех прочитал. 57 человек на YouTube. Ребят, спасибо большое. И один на Твиче.
58 зрителей у нас, огромное вам, друзья, спасибо. Большое количество лендмарков светится. Алекс расставил, отметил лендмарки в туре. Это очень здорово. Не все, но самые основные. Как я уже говорил. Вот. В Туле мы увидим территорию Тульского Кремля, как я уже говорил, 1520 год. Сделаны в этом Кремле автором сценария все башни. Некоторые в точности, некоторые с огрехами, но в целом узнаваемы. Башня Пятницких ворот присутствует, Успенский собор. У стен Кремля стоит дом Александра II. Рядом с Кремлем Преображенская церковь с зелеными куполами. И еще один Успенский собор. Ребят, ну давайте как-то немножко соблюдать. Сделана новая фотоподложка в Туле местами современной набережной северной части Кремля. Торговый центр. Есть лендмарк, который рядом с Кремлем. Здание машиностроительного колледжа имени Демидова. Музей, естественно, оружия сделан. Сейчас мы все это увидим. Летное поле Мясного, железнодорожный вокзал. Аэропорт Клокова мы, естественно, пролетим и изучим. Здание цирка нарисовано в Туле, размещено. Ледовая арена, как положено. Кстати говоря, Алекс мне написал, Алекс музыкант, как я уже говорил, он написал гимн для команды, которая выступает в ледовой арене. Если нужно, могу ссылочку сбросить, которую можно послушать. На YouTube ссылочка присутствует. За последние несколько лет, вот, да, Тула, так, мы летим Тула-Норд, ну вот 18 миль. 18 миль. Парк Патриот тоже сделан, как лендмарк. Чермет, само собой. Всехсвятский собор. Площадь трех штыков, мемориал, посвященный героизму жителей города оружейников. Все это сделано. Тульский госуниверситет. Металлургический завод. Очень большие труды сделаны, очень много объектов расставлено. Рекомендую. Алексу низкий поклон. Тут. Нечего сказать. За аэропортом Клокова на западе есть мемориал Великой Отечественной войны с самолетами. В основе скульптурной композиции комплекса реальный боевой эпизод из фронтовой биографии героя Советского Союза Ивана Алексеевича Вишнякова. В этом бою он на самолете В-5 ФН сбил два немецких самолета разведчика Фоти-Вульф 189 рама, который помните. За этот подвиг летчик и его ведомый Александр Шевцов были награждены орденом Александра Невского. Мне ПМС-50 написал, читая документацию. Понятно. Сейчас уже подлетим. Покружим над городом. Правда, темнеет, нам надо до темна успеть. Серега Болгарев. Роддом номер один присутствует, он рядом с Кремлем. Это у Алекса надо спросить. Сейчас он подскажет. Если есть. Ваня, так что видишь, чем ближе домой, вот уже в Сим зашел. Так что скоро, как в старые добрые времена. Отлично, отлично, Ваня. Ваня, Михаил, деньгами помочь не могу, помогаю просмотром. Ребят, вы что, бросьте, какие деньги. Это все очень здорово, что у нас есть спонсоры и так далее, но это не во главе угла. Мы летаем для души, для себя в первую очередь. Все это делается не за деньги. Спасибо всем, кто помогает, это нужно. Мы тратим эти денежки на покупку новых самолетов. Сценарий, ребята, не надо. Ни в коем случае.
Это исключительно по желанию, если есть возможность. Буду вам признателен. Но ваша поддержка — это ваше присутствие на стримах, общение наше мне дороже всего на свете. Всем хорошего вечера и пока, побольше туториалов. Спасибо. Будем думать про туториалы. Сергей, стадион футбольного тульского Арсенала. Сейчас отпишется автор. У меня записка есть, но прочитать не успею. Мемориал очень крутой, с самолетами. Все время там фоткаемся, когда приезжаем в Тулу. Когда доеду, обязательно тоже сфоткаюсь. И этот мемориал нарисован как лендмарк, так что сейчас мы все это увидим. А то, что не увидим, потом мы пролетим над городом пару кружочков, а потом сядем и еще камерой я покручу, и мы посмотрим. У нас времени много, мы успеваем. У нас сегодня еще и после стрима постоится. Я планировал показать самолет Грумом еще в пятницу, когда мы летали, но не успели, поэтому сегодня посмотрим в обязательном порядке. До Тулы осталось 15 миль до аэропорта. Там мы прокрутим несколько кружочков. В лендмарке, часть лендмарков подписана. Если все подписать, там все небо будет в этих значках, поэтому немножко поменьше сделаем. Давайте, друзья, вот что сделаем. Чуть-чуть время скорректируем, а то сейчас стемнеет. Буквально 20 минут поправим. Вот. Ваня, единственное, не успел поставить сценарий. Но это не беда, главное, что я в синий и с вами. Правильно, Ваня, правильно. Ты красавец. Молодец. Летим, ребят. Летим. Всем спасибо, кто пришел на канал и поддерживает. Что касается новостей. Ребят, год нашему симулятору. Сегодня 18 число. Год назад я был в отпуске. Специально взял отпуск под выход симулятора. За день снял 7 роликов. Коротеньких по основным настройкам. И в честь годовщины Orpix устроили распродажу 50%. Но не на все сразу, а в течение 36 часов на разные продукты будут разные волны. То есть какие-то продукты сейчас по скидкам, какие-то завтра будут по скидкам. Какие-то дальше, то есть в несколько волн. Следите, если что-то хотели Orbix купить, самое время за полцены урвать. А неожиданно на этой неделе обновился Сержик. Сержи, вот, тоже обновитесь в магазине, маркетплейсе Сима, либо на Аэрософте, кто где покупал, обновитесь. Вот. Сцена Кольцова, шикарная, вместе с городом, за авторством Аэровульфа. Помните, Евгений Аэровульф, который с нами летал, является автором сценария. У него платный сценарий Кольцова, города Екатеринбурга, Кольцова, и рядом еще один маленький аэропорт. Все это тоже обновилось. Разосланы обновления на почту всем, кто покупал. Мои обновления в спаме оказались. Я не нашел, написал разработчику, говорю: Жень, что-то такое, мне ничего не пришло. Разобрались, лежит в спаме. Так что у кого нет, гляньте папку со спамом, проверьте. Там есть обновление и еще и хотфикс на обновление. В общем, обновление. Вот. И заходил я к сайту, на сайт к поляку, Червецкий дизайн. Он там как раз в ветке отвечал, что очень скоро выйдет обновление лендмарков московских, потому что до сих пор они кривые. Я тут в Домодедово залетал, там терминал без стен стоит, одна крыша, в общем, кривой, косой. Но вот-вот поправят. Буквально чуть-чуть осталось. Спамеры с девочками нас сегодня прямо атаковали. Но, как говорится, ничего страшного. G-Drive вышли в гиперпол. Испанец пишет Юрку, это отлично. G-Drive — это наша команда на Лимане. Вот, кто не знает. Странно, почему GTN XI 750 от TTS не могут сделать в Toolbar Sima. Не знаю. До Тулы осталось чуть-чуть. Я что-то тут то набираю высоту, то ее теряю. Лечу такими зигзагами в вертикальной плоскости. Но мы уже почти подлетели, друзья. Миш, что-то прям грохот движка тебя перебивает. Не знаю, все молчат, никто не говорит. Сейчас исправим. Что-то. Вот. Сейчас как, лучше или хуже?
Так, Дайтон. В чем заключался конфликт с Владимиром пару лет назад? Вспомнить бы. Конфликт с молодыми ребятами, Владимир, кто-то там еще был, заключается в том, что когда начинаешь людям помогать, ну, есть у меня такое желание людям помогать, какой-то этап люди перестают к тебе нормально относиться, то есть свешивают ножки, начинают пользоваться ситуацией, вот. И вспоминать конфликт, обсуждать на стриме я не буду, конфликт был, я вспомнил даже, о чем он заключался, ну вот. Зачем тебе это? Напиши в личку, я тебе расскажу. Мы, канал Вертавия, много с кем конфликтуем, но давно все уже эти ситуации забыты и остались за кадром. Зачем это все вспоминать? Хорошо. Был такой Владимир, а он сейчас стримит вообще, нет? Я даже не знаю. Не имею привычки запоминать, разбираться. Была ситуация. Был конфликт, разошлись по сторонам. Каждый занялся своим делом. Евгений с Мишей, и нормально до этого было. Что-то испанец все говорит. Громко, белеса. А, нет, это чего, Илюх? Чего нет? Ты про что? Глобально было два молодых человека, стримера. Это был Владимир. Вот. Там была своеобразная ситуация, связанная с администрированием ресурсов Вертавия. Ему были даны полномочия админа, которые он жутко превысил, так скажем. А на замечание отреагировал неадекватно. То есть, когда я ему сказал, что так не надо делать, даже будучи админом Вертавия, то есть такие вещи делать не надо. Он отреагировал как-то неадекватно, и наши дороги разошлись. Вот. А второй был некий Гладков, который тоже тут что-то пытался вспоминать Вертавия. Вот. Но как-то он совсем забыл, как он в прямом эфире, прямо на стриме, Вертавия, всю команду Вертавия, всю админку послал на три буквы, причем в чистом виде. После этого человек говорит, а что это со мной они не общаются, не поддерживают. Было всякое. Алекс Колчин пишет. Стадион Арсенала, конечно же, есть. На нем счет 0-0 на табло с ЦСКА. Во как. А, испанец Владимира, понял. А Андрей Соболев. Миш, добрый вечер всем в чате, привет. Тем более, если он не стримит, откуда мне знать, там, как у него дела. Вот. Пех-музыкант с хорошими вокальными данными. Пытался стримить симуляторы. Весьма интересно у него это получалось. Было желание как-то поучаствовать, помочь, но разошлись дорожки. Он даже был в какой-то момент админом в Вертавии. Одним из. Испанец. Не, ну Гладков далеко не молодой чувак. Ну, может быть. Я по себе меряю, для меня молодой. Миш, привет. Гладков уже лет 20, каких звезда всемирского форума. Да, я не знал. Понятно, не знал. Не знал, не знал. Тоже пытался я ему помочь, но в какой-то момент у человека упало, забрало. Он послал всех там на три буквы. Ну и на этом все. Как бы смысл общаться с людьми, которые. Вот, которым это не надо. Эндрю, рад тебя видеть. Мы вспомнили. Да, ну, естественно, как в истории любого канала, были какие-то конфликтные ситуации. У нас были вот две, связанные с Владимиром. Ну, как конфликтные, разошлись и разошлись. Вот. С Гладковым, в принципе, вообще там пообщаться не успели. Пытался ему помочь с каналом, был послан на три буквы. Ребят, просто дети смотрят, поэтому я бы сказал, как есть, но вот. Прям в прямом эфире мне сказали, иди ты, как бы, вся твоя команда. Ну, мы и ушли, как бы, удалились. Сказал бы он мне это лично, но после этого пошел бы в травму. Как бы, ну, в интернете можно сказать, ничего не боюсь. Короче, я устал лететь, выпрыгиваю. Пан Сержа пишет, бывает. Люди по 10 часов летают, по 12.
Испанец Эндрю Летаев, это не тот Глотков. А, ты про этого вспомнил. Уж простите, как бы его помягче-то. Утырка. Нет, тот Гладков, про которого мы с тем Гладковым на Овсиме, слава богу, ничего общего не имеет. Тот Гладков с Овсима это, ну, сейчас я себе кучу врагов наживу, но все-таки я скажу. То есть вот если есть эталон конченного человека, то вот это тот со Овсима. Вот, просто край. Как бы более мерзких людей я не встречал в своей жизни. Я имею в виду на информационных ресурсах, в интернетах. Вот. Эндрю, может, наш с тобой ровесник, а может, и ровесник Олега Тронова, скорее всего, второе. Тот, про которого ты на Овсиме, тот да, тот или ровесник, или постарше. Да. Мы про другого. Я что-то не сразу понял. Точно, там же есть еще один Гладков. Всем известный. Да. Нервует. Я, наверное, что-то не знаю, но что тут можно делить, чтобы ругаться? Я вот тоже не могу понять. Но, к сожалению, почему-то половина симеров только делают, что и занимаются, как срутся, выясняют, кто круче, Боинг или Airbus, припары или MSFS, целые группы, хейтеры, называют себя гордо, мы хейтеры, мы находим баги, всем баги показываем, мы молодцы, вы летаете, не замечаете, а мы все видим. Мне всегда вопрос. А хотим ли мы это видеть? О, жик пролетел. Вот. Нам хорошо, мы летаем, получаем удовольствие. У нас виртуальное небо и смысл его делить. Но есть такие люди, да. Но дизлайки не ставьте, пишет. Будь выше этих перипетий, поднимись на эшелон повыше. Я и стараюсь, да. Я даже не то, что повыше поднимаюсь, мне так лень в последнее время. У нас самый козырный есть один хейтер, который прям кругами ходит. У него там целая свора подтявкивающих табаки, как у нас нынче модно говорить. Вот. Но даже с ним мне в последнее время вот лень. Он постоянно стролит, вспоминает косвенно, наискосочек. Читаю, если случайно попадается, кто-то мне копипастит. Умиляюсь. Мы делаем дальше. У нас настолько сейчас как бы все хорошо на канале, что мне даже вот заморачиваться незачем. Ладненько, ребят, мы к Туле подлетаем. Полетели изучать все красивости и места. У нас впереди аэропорт. У Миши сегодня новая гравицапа. Да. Не, она старенькая, но мы на ней на стриме не летали. Для кого-то ругаться смысл и стиль жизни. Вот, да. Ну, я что-то в последнее время. Какое-то время я пытался отвечать, парировать, потом понял, что бесполезно. То есть, как говорит, когда-то есть такая мемчик такой, что ругаясь с тупыми, помни одно. Даже если на твоей стороне правда, на стороне тупых сила тупых, как бы, поэтому бесполезно спорить. Вот. Кто летает для удовольствия, им пофиг на все эти перипетии, споры и ссоры. Это правильно. Мы в последнее время также рвемся. Авиаджам испался, пишет, зачем ты кинул ссылку? Я ж пошел смотреть. Мне интересно, тот стрим, где нас посылают, остался где-то? У меня кусочек вырезан на память посылом. Очень многие люди, с которыми я перестаю общаться, там, которые попадают в бан-лист, они потом через пару месяцев начинают говорить, что вот я Вертаве сделал замечание, задал вопрос по самолету, а он меня в бан послал. А я с некоторых времен стал скриншотики снимать, либо ролики, кусочки вырезать. Что потом этих людей на место ставить? Потому что тот человек, который мне говорил, я его спросил про кнопку на оверхеде, а он меня забанил. На самом деле меня чуть ли не обматерил в комментах. Какой я мудак, как я плохо летаю, зачем я вообще взялся канал вести. Естественно, что я не буду отвечать, я просто таких человек баню людей. Это есть мнение, высказанное с аргументами, что вот ты там то-то, не то-то сделал не так, то-то, не то. Тут вот так, я говорю, да, спасибо, на следующий раз я учту. А когда человек приходит и просто тебя пытается там унизить, нахамить, то мы с такими прощаемся в интернетах. Вот. В реальной жизни можно по-другому разговаривать, как бы тут, конечно. Ладненько, ребят, подлетаем. Миш, как насчет R-Factor 2? На днях думал полетать. Демов, Кремль с набережной, там полетай, в Туле он реально симпатичный. Сейчас полетим, тем более, что он реализован Алексом. Алекс молодец в этом плане, конечно. Аэропорт находится на северной части. Сейчас мы над ним пролетим и пойдем налево.
Ребят, час лэндмарков я покажу сейчас. А часть покажу уже, когда приземлимся. Я покажу их камерой дрона. Просто погуляю над городом. Потому что хоть у нас и табуретка, с которой все хорошо видно сейчас, я могу где-то что-то не успеть не показать. Испанец, этого матершинника я как-то видел. Теперь понял, о ком вы. Да дело не в матершинности, просто, ну, грубо говоря, в интернете опускаться в стриме посыла внутри буквы, впрямую стример посылает зрителя, точнее, я в тот момент был у него модератором, я ему помогал на стримах, модерировал его канал. Ну так, говорю, давай тебе попробую порядок навести. В итоге идет посыл внутри буквы, то есть, ну, как бы и все на этом. Ладненько, что-то мы какую-то тему подняли. Всякая жизнь не бывает. Как говорится, не надо о них даже и вспоминать. Вот мемориал Великой Отечественной войны. Давайте мы туда сейчас слетаем. Он еще находится, видите, севернее. Лэндмарки частично подписаны, поэтому мы над подписанными пролетим. Не подписанные, ребят, слетайте, посмотрите. Алексу низкий поклон, труды сделаны нереальные. Человек несколько месяцев делал на Flysim2, где можно скачать Тулу, Тульский аэропорт. И все эти лендмарки, ребят, есть кнопочка «Купить кофе». Это, по сути, донат. Хотите поддержать автора, поддержите. Я, конечно, понимаю, что все это делалось для души. Тем более, я так понимаю, Алекс с Тулой связан в жизни, поэтому практически родные места. Но вот, тем не менее, поддержки лишней не будет, рекомендую. Дима пишет, сколько раз ездил в Тулу. Хороший город, мне нравится, но ездят туда... Не понял. Тулики ездят как умалишенные, забивая на правила. А, ну так ты в Новгород приезжай. Тут вообще жесть. С точки зрения поведения на дороге. Вот мемориал Второй мировой войны. То, что мы говорили, посвященный летчику, герою Великой Отечественной, который сбил два разведчика и получил орден Александра Невского. Вот этот мемориал. Сейчас мы над ним пролетим. Специально снижаюсь прям, чтобы над землей лететь. А вы смотрите на всю эту красоту. Здесь, благо, обзор вниз хороший, поэтому я внешнюю камеру включать не буду. Мы сейчас все это пролетим, посмотрим. Потом вернемся к аэропорту, пролетим над аэропортом и пойдем в сторону города. Мы сейчас как раз на северной части. То есть аэропорт называется Тула-Северный, а еще севернее находится вот этот мемориал. Если буду в Туле, обязательно приеду, посмотрю вживую. Обязательно. То есть это какой-то вот такой памятник, да, целый комплекс. Очень круто. Л-5. И сбитая эта рама. Прикольно. Очень круто, представляете, все это замоделено, сделано. Так, возвращаемся обратно. Идем на аэропорт. Видите, сколько там лендмарков отмечено? Сейчас мы их все посмотрим. Очень красиво мемориал сделан. Просто обалденно. Ребят, я сейчас краем глаза читаю чат. А Александр Антохов. Насчет сильно умных. Леонид с канала «Мои полеты» хорошо отвечает. Да, да, да. А, на спор в книге Платона «Государство между Сократом». Да, это сложно. Сейчас не буду читать. Костя спрашивает, у меня одного вылетает сим, когда ники включены недолго. У меня не вылетает. По поводу умных. Мне тут человек пишет, у меня гайд висит на ютубе по выполнению полета на CRG. Там я ляпнул, что 20 тысяч прошли, переходим на махи. Он пишет, типа, смешно слушать. Типа, что есть определенная гастированная высота, на которую нужно переходить на махи. Я говорю, можно ссылочку на документ? Как пропадает. Несколько месяцев нет комментариев. То есть он мне говорит, что надо снимать, готовиться к роликам внимательней, не допускать таких ляпов, потому что на высоту надо на махе переходить на строго определенной высоте. Я спрашиваю, на какую? Можно ссылку на документ. И все, человек пропал, не нашел. Появляется второй. Говорит, вот, пожалуйста, ссылка на документ. Документ такой-то, такой-то. Читаю документ, а это руководство для диспетчеров. Я говорю, а можно мне руководство для пилотов? Это одно и то же. Я говорю, нет. У пилотов свои документы, у диспетчеров свои.
Не надо путать. Диспетчер начинает с определенной высоты рассказать, говорить число в числе Маха. Но пилоту кнопкой на панели автопилота переходить не обязательно на этой же высоте. Вот. Покажите мне документ для пилота. Нету. И спорят, говорят, вот ты бы лучше хорошо готовил стримы, лучше бы ты не спорил. Я говорю, так я не спорю, документ мне покажите. Я соглашусь, скажу спасибо. Нет. Вот такая фигня. Миш, сколько стоит сценарий, надо бы прикупить? Тулузский аэропорт и город бесплатный. Ссылка под видео. Причем аэропорт сделан в духе 70-х. Сейчас мы все это посмотрим. Смотрите, аэропорт Мясного, аэродром. Сейчас мы туда слетаем, потом будет ЖД вокзал и развернемся в центр города. Сейчас мы все это облетим. Облетим. Сократ заведомо умнее, как любой умный человек, не должен был спорить. Понял. Игорь Гонч. Эх, руки чешутся совсем вернуться. 20-е реально красивые. Согласен. Согласен. Смотрите, какая красивая кула у нас на левом крыле. Город, видите. Куча лендмарков. Видите, Максимол, Кремль. Всехсвятский собор, ЖД вокзал. Это то, что я отсюда вижу. Дом Александра II, Сбербанк. Это то, что вот сейчас видно, да? Сейчас мы будем подлетать, все это посмотрим. На самом деле лендмарков гораздо больше, пронумерованы далеко не все. Алекс, просто красавец, просто красавец. УОП. Привет, Миша, давай как-нибудь на стрим на вертолете в ВРТ-500 где-то в Швейцарии или Финляндии. Какой симулятор? ВРТ-500 это X-Plane, наверное, да? Может быть, хотя бы X-Plane в последнее время как-то все меньше и меньше тянет, и я начинаю от него отходить. Алекс Бромсон. Еще на днях в War Thunder решил попробовать, а то всегда только в гражданский сим играл. Капец, непривычно. Но если хочешь в боевые, тем более если у тебя джойстик, то лучше какой-нибудь Ил-2 штурмовик. Эндрю Летаев. По махам пишет информацию пилот тренингмену к конкретному типу. Совершенно верно. Я сейчас о мануалах, о Flight Safety, и как понимаю, это чисто рекомендательные учебные вещи. Совершенно верно. Я об этом и отвечал человеку в комментариях, что есть рекомендации. Приходит, где-то кто-то переходит на 230-м, кто-то на 250-м, кто-то на 220-м. То есть все это очень незначительно. Как правило, этот эшелон быстро перелетается, и в какой момент ну, кнопки маха требования четкого нет. То есть люди просто докопаться решили. Я ему пишу, ребят, ну зачем вы пришли на канал докопаться? Ну, была бы четкая информация, вопросов бы не было. Мясной аэрфилд, шарик висит, поле работает, видите, там даже какие-то разметочки есть. Тула написано. Красота. И шарик воздушный висит, видите. Машинками Тула выставлена. Ам второй стоит на земле. Красота. Поворачиваем налево. СНТ пищевик. Смотрите, это получается садоводство. Все, летим. Тульский государственный университет. Тулгу. Вижу. Ликерка, лофт. ЖД вокзал. Давайте к ЖД вокзалу пойдем. Синфри, дружище, давай даже без завуалированного мата, очень тебя прошу. Я тебе реально говорю, смотрят дети. Вот, Саш, при всем уважении, промол мне после полета, согласен. А на махе переходит с 250 до 270. Документ. Прошу, документ. Алекс Бромсон поддержал. Спасибо, вечерочка чатиков, спасибо, дорогой. Спасибо тебе огромное. А, вот, махи 250 на 270. Документ, можно? Не думаю, что я докапываюсь. Меня просто этот вопрос позадолбал, конечно. Я не спорю, я верю документам. Я инженер. Меня приучили верить документам руководящим. Покажите документ, я соглашусь. ЖД вокзал. Причем лендмарков гораздо больше. Видите, всякие водонапорные башни стоят. Вот видите. То есть гораздо больше всего. ЖД вокзал. Даже два Икаруса там стоят красные, видели?
Вот тоже здание какое-то красное. Давайте запрыгнем. Музей оружия. Давайте туда сначала слетаем. Подгружается у меня сейчас город, и вот за счет вот этих вот меток немножко подфризивает. Но второй кружочек, если над городом лететь, то уже все будет потихонечку. Администрация, прокуратура военная. Музей оружия, давайте прилетим. Он у нас как раз был на обложке сегодня стрима. Я думаю, на него глянуть самое то будет. За поддержку большущее спасибо. Симфри, я сам себе документ. Ну, так и я тоже себе. Вот, видите, церкушка стоит. Вот я не знаю, что это за собор, но на нем ландмарк не вынесен. Но, тем не менее, он есть. Потом полетаю, поизучаю. Дома, а видите, здесь какие-то хитрые. Военная прокуратура. Храмчик стоит. А вот музей оружия, который у нас как раз сегодня на обложке стрима был. И с ним рядом тоже храм стоит. Красота. Мост, развязочка, дурак, мувиплейс, кандидатор дурак, интересно, и парк патриот, видите, там дальше, сейчас мы через таким зигзагом, так, у нас тут Максимол и парк патриот, сейчас мы туда слетаем, тырк, Кремль, наблюдаете у нас, на правом крыле Кремль, соборы, все башни сделаны, рядом Сбербанк и рядышком дом. Давайте мы пролетим здесь кружочек сейчас. А сбоку у нас Максимол. Это что-то типа нашей Меги в Питере. А дом Александра II стоит. Видите, там за стеной Кремля. Сам Кремль. Колледж машиностроительный Демидова. Гостиный двор. В общем, тут все прям шикарненько сделано. Саша, Алекс, молодец. Просто молодец. Утюг, мол. Это копия Нью-Йоркского торгового центра, только уменьшенная, да, получается, здание администрации. Еще два собора под нами внизу. Военная прокуратура и утюг, мол, да, видим, видим. Доворачиваем налево. Там у нас стадион Арсенал и Тульский государственный университет. И Всехсвятский собор, давайте пролетим. Макси, это пролетарский район. Ага, понял. Где тут умник по Сержи? Ага. Ну, что я могу сказать? Я ж не спорю, ребят, я всегда верю документам. То есть, есть документ. Давайте, я для пилота указания по переходу на Махи не видел. Есть по конкретным типам в документации на данный самолет. То есть покажите книжку для Сержи, где есть рекомендация. Там нет требования, что прошел 22 тысячи, переключился на Махи. Там была рекомендация. Рекомендуется переходить на Махи на такой-то высоте. Все. Всехсвятский собор под нами остался. Давайте посмотрим. Очень красивое сооружение. Очень красивый, красивый. Стадион Арсенал и ликерка Лофт. Кремль — это центральный район, отлично. Но Тула сделана, конечно, нереально. Саш, слов нет. Автор всего этого добра у нас в чате. Как ребята такое делают? Еще и бесплатно. Слов нет. Ликерка Лофта меня интересует на табло. Да, матч ЦСКА 0-0 на табло. Видео, видео. Давайте долетим до Тульского государственного университета. Туда вот дальше. Далеко не все лендмарки. Мы летим только по помеченным, их на самом деле гораздо больше. Тут и дома, и районы какие-то сделаны. Огромнейшая работа. Даже Сбербанк есть. Круто. Да. А Южный рынок есть. Мне там по сломанному ключу от мото делали копию, когда в Белгород на моте ездил. А вот не знаю. Сейчас Саша скажет. Три штука, я не знаю. Что это такое? В субботу приедет Спартак Москва играть с Тульским Арсеналом. О как. Вот, Тульский государственный университет. И рядом три штука. Я даже не знаю, что это такое, ребят. Кто местный, скажите. Обратите внимание, все сделано в антураже советских времен. Стоят автобусы эти и карусы красные. Три штука. Что это такое? Три какой-то... Как памятник, какая-то колонна. Что это такое, друзья? Телерадио впереди. И, наверное, все. Металлург 2. Я так понимаю, что уже нужно разворачиваться, да? Вот телерадиовышку сейчас пролетим.
миля до нее и развернемся. И штыка. Я же читал про него. Три штука читаю, три штыка. Прости, дорогой, да. Автору огромное спасибо за красоту, впечатляет. Да, это мистер Икс пишет, абсолютно согласен. И дома, видите, тоже вот... Я не знаю, это является частью Лендмарка или это дефолт, но прям район сделан очень клево. Три штыка, испанец пишет. Я не знал, ребят, три штука, я думаю, что такое. Ну, уже зарапортовался, простите. Шикарная работа, слов нет, я лечу, дух перехватывает. Я такого качества лендмарков. У нас многие ребята классные в чате, Авиаджем в чате, который делал лендмарки, у нас по России крутейшие. Но вот, ребят, я с вас удивляюсь, где вы берете силы и умение все это так круто моделить, делать, красавцы, слов нет, вот реально. За Великий Новгород, а Великий Новгород у меня совмещен, там часть лендмарков как раз от Алекса Колчина, часть, который с барками идут аэропортом, часть от Авиаджема. Они вместе объединенные делают шикарнейший Новгород, за который я просто снимаю шляпу. Ребят, телерадиокомпания, две вышки, и я так понимаю, там здание само. И сейчас будем разворачиваться налево, немножко со снижением. Разгоняемся и смотрим, что у нас теперь в эту сторону. Всехсвятский собор мы пролетали, вот там где-то на окраине города что-то еще будет. На самом деле гораздо больше объектов, как я уже сказал. Новостройки — это тоже лендмарки, их много расставлено по городу. Да-да-да, я вижу дома, которых в Microsoft эмуляторе нет по умолчанию, то есть типы домов. Очень круто, очень круто. Нет слов, нет слов, друзья. Саш, я много уже полетал, я год не вылезаю из Microsoft симулятора, я разное видел, но вот с душой сделанные работы, это вот, ну, это вот по пальцам одной руки пересчитать, тем более, вот, ну, очень круто. Сейчас еще, видите, темнеет, солнышко садится, загораются окна в домах, видите, некоторые уже светятся, и картинка прям отдельно впечатляет. Ну, немножко, ребят, в глазах вот эти лендмарки, но... Без них никуда, мне на них проще ориентироваться на стриме, я поэтому их включил. Но если их выключить и летать, четко зная по тем местам, которые знакомы, то тут, конечно, все очень круто. И очень, очень замечательно. Шикарно просто. Слов нет. Я редко восхищаюсь, но тут прям... А далее Басово, Всеуральский район. Что это такое? Сейчас район Зеленстроя центральным и советским считается. Понял. Сейчас вот посмотрим. А что за дурак Movie Place? Это кинотеатр, да, какой-то? Вот там у нас будет гостиный двор, цирк и Максимол. Мы сейчас пролетим. Через Ледовую арену обратно в центр полетим. Посмотрим. Да, вот они, вот эти вот здания, которые сейчас вот красные, особенно эти многоэтажки. Это как раз эти новостройки. Их нет, таких симуляторов. Да, вот это все вот. Сейчас долетим до Ледовой арены. Вот видите, тоже лендмарки. То есть я вот сейчас не определю, что это такое. У меня список лендмарков есть от Алекса, но надо там жить, чтобы понимать. Смотрите, даже АЗС-ка сделана. АЗС-ка. Заправочная станция, видите, полноценная. И какой-то торговый центр, я так понимаю. Судя по тому, что он на развязке стоит. А вот Ледовая арена. Очень круто, очень круто. И вот опять эти новостройки, кран стоит, видите, и дома вот эти вот красные. Тут же какой-то торговый центр под нами. И Ледовый дворец, да, Ледовая арена. И тоже кран стоит, видите, строят новостройки. Парк Патриот впереди. Краны стоят, видите, домики строят. То есть окраина города разрастается. Люблю тульский пряник. Ваня. Прямо над моим домом. Артур Бондарев. Круто, ребят. Фильм «Дурак» Юрия Быкова снят в Туле. И там как раз общага стоит, которая в фильме якобы падала. А, я понял. Что там про новые самолетики слышно? Про какие? Напомни. Вот он, парк «Патриот».
Шикарно. А, вот, дурак, муви, рейс. А, место съемок фильма, да, получается? То есть такая достопримечательность. Все, я понял. Не кинотеатр. То есть это место съемок, да? Алекс Бронсон. Буду отваливаться, так и скоро выйдет. Давай, давай, дружище. Качаю себе стримов на дорогу. Всем хорошего неба, мне терпение выдержать 13 часов перелета. Буду отваливаться, так как скоро выйдет. Скачаю себе стримов на дорогу. Всем хорошего неба, а мне терпение выдержать 13 часов перелета. Спасибо, дорогой. Хорошего тебе полета, чтобы все произошло душевненько, без каких-то хлопот, без заморочек. Спасибо за поддержку, дорогой. Спасибо большое. Алекс Колчин, каверы, огонь. Ребят, кто не знает, погуглите в Ютубе Алекс Колчин. Саша мало того, что делает шикарные сценарии для Сима, это профессиональный музыкант, который исполняет великолепные песни, являлся участником Евровидения, представлял Беларусь в далеком году, шикарнейшие выступления, шикарный человек. Вот талантливый человек, талантлив во всем. Будь то сценарий в симуляторе, будь то какие-то музыкальные вещи, очень круто. Общага будет за парком Патриот. Пролетели ее, Криволучинский район. Ребят, еще маленькую петлю через центр, посмотрим, что мы пропустили, и потом уже пойдем к аэродрому. Нам сегодня еще на Грума не полетать, не знаю, у кого терпения хватит, но Flashing Wear, Груман достойный самолет, чтобы его посмотреть на послестриме, и мы быстренько, мы его запустим, за 10 минут кружочек сделаем и разойдемся, так что не разбегайтесь. Сейчас через Максимол направо, через центр пролетим. Мне очень нравится, как в этом симуляторе начинают загораться окна в домах. Видите, солнышко пошло на закат, и вот прям картинка просто... Отвал башки, вот сейчас бы эти метки все выключить, можно прям делать красивые скриншоты, и молнии сверкают, все-таки где-то грозы ходят в этом районе. Максимум у нас впереди, как раз где мы делали петлю, сейчас через цирк, через гостиный двор развернемся, теперь уже на правую сторону, и пойдем в сторону аэропорта на посадочку, потому что еще аэропорт нам предстоит, который сделан в стиле СССР в 70-е годы. Прилететь туда на каком-нибудь Ту-134 в евреи старый аэрофлота будет отдельным кайфом. Вот, такого в симуляторах я еще не видел, когда сценарий аэропорта воссоздан в какой-то эпохе. Ну, это очень круто. Эндрю, Миш, ты когда большие маршруты летаешь, типа Краснодар, Эмираты, на втором мониторе смотришь план полета из PFS, или у тебя два монитора, получается, что сим в вакуумном режиме работает? Да, у меня на одном мониторе симулятор, на другом обычно стоит шпаргалка в Варди, Little Nav Map, ну, куча разных документов, чек-листы, там всякая ерунда. Вакуумные мне переводить не надо, у меня один монитор захватывается платой захвата. То есть все, что на моем, грубо говоря, центральном дисплее, все попадает в стрим. Неважно, в полный экран там окно развернуто, в вакуумный, то есть все, что в нем есть, все попадает в стрим. Вот, я хочу посмотреть, что мы здесь не увидели. Объектов очень много, видите. Очень много, опять же, храмы стоят, которые не подписаны, но... Ребята тулики или кто знаком с этим городом, все здесь разберут. Видите, самые-самые разные соборы. Даже памятник Ленину там где-то есть. Вот видите, где-то у администрации все как положено. Сбербанк, видите, стоит на углу одной из башен. Военная прокуратура. Общий лендмарк Тулы. Музей оружия. Давайте еще раз пролетим, приберу тягу. Здесь маленькая церковь голубого цвета такая. Вот слева стоит. Мы ее приметили, когда первый раз пролетали. И там еще один храм будет за музеем оружия. Видите, вот там на углу. У музея оружия светятся входы. Подсвечены. Максимум Як-40. А он 134 примет? Не знаю, надо почитать. Вчера тоже Ан-2 летал весь день, Виталий пишет. Вот, и Виталий у нас тоже. Вот, вот те сценарии, которые становятся легендами в симуляторе. Это вот Калуга, Виталия, просто бомба, а не аэропорт. И сейчас мы еще и посмотрим вот Тульский. Детальнейше воссозданный внутри, по всем канонам. Сегодня летал на Ан-2 со стороны полосы 26-й.
Эндрю пишет. Всем хорошего полета и стрима. Рабочая неделя в разгаре, пора отдыхать. Давайте, ребят, давайте. Эндрю, тебе спокойной ночи. Мы сейчас еще Грумман посмотрим по прилету. И тоже разойдемся. Я, честно говоря, джойстик устал держать. Самолет без автопилота. У меня ручка в руке уже 2 часа. Вот. Поэтому уже хочется его присадить и не мучиться. Так, а что у нас здесь с ветром? Посмотрим. Сейчас я посмотрю. Запрос погоды около. Ветер в направлении 131, а, соответственно, 0,8 полоса. Соответственно, с того дальнего торца надо заходить на посадку. Поехали туда на облет. Облетаем аэропорт. Но полоса-то длинная. Мне кажется, что 134 сюда легко сядет. Но вопрос, принимает ли его аэропорт. Это второй вопрос. Надо глянуть. Спускаемся ниже. Аэропорт Клоково. Само здание аэропорта не очень большое, поэтому тут, видите, вертолет стоит, не восьмой. На входной группе, смотрите, стоят чайки, Волги, Икарусы. Техника как раз 70-х годов. То есть здесь и автомобильный транспорт, и самолеты на стоянках. А что я буду выпендриваться? Я же могу на травку сесть. Я, ребят, полосы занимать не буду. Я сейчас кружочек сделаю, и чтобы мне далеко не рулить, я прям на травку и присяду. Канон, как говорится. Или по принципу, есть полоса, садись на полосу, да? Ну ладно. Давайте пролетим окрестности. Видите, какая аккуратная фотоподложка, все качественно сделано. Работа невероятная. Невероятная. 134-ки туда не летали. Понял. Но принять сможет, полоса позволяет по длине. Я вот тоже смотрю, что полоса достаточно большая. Сергей, до моста и синей церкви не подписанный обморок. Там вроде как завод Тульского Токарева. Возможно, я спорить не буду. Мне, кстати, полполосы хватит, чтобы сесть, но там ребята наши на заходе, поэтому я выпендриваться не буду. Ладно. Есть полоса, значит, будем использовать всю полосу. Шикарный город Тула. Вот тот случай, когда я сюда буду летать. То есть это не последний мой прилет. Я в Тулу прилечу. Смотрите, тут даже на боковых стоянках стоит военная техника. Стоят борта. Какие-то трубы. Части. Ан-2 стоят, видите, стоянки одиночные. Ми-2 вертолеты стоят. Ми-2, очень круто. Там 320-й, что ли, стоит. Я не буду в торец полосы заходить, я сейчас отсюда развернусь. Мне такой полосы за глаза хватит, поэтому я немножко пафосно, да? 320-й посадочки. Сейчас, ребят, всех пересчитаем. Так, скорость у меня 40 узлов. Захожу, ребят, на полосу, кто смотрит. Параллельно с асфальтовой полосой есть грунтовка, можешь туда засесть, видел. Вот она идет. Грунтовочка. Не, я уж сяду сюда. Я единственный такой, знаете, есть укороченный взлет, а я сделаю укороченную посадку. На последний торец. Туда вот, на последнюю часть. Прибираем режим, гасим скорость. Скорость 40 узлов, равняемся потихонечку. Поддерживаем такой планирующий полет. Педальки у нас работают, видите, самолет ходит. Ой-ой-ой, падаем, падаем. Вот у нас тут скрип. Подпрыгнул даже. Прибрал слишком сильно тягу, ладненько. Рулим на стоянку. Рулим на стояночку. Шикарно. И погода сегодня интересная. Очень красиво смотрятся облака. Аэропорт находится в Зареченском районе. Артур, понял тебя. И, кстати, всех с праздником, с Днем авиации, 18 августа. Пусть мы даже уже не в СССР. Да-да-да, мы сегодня как раз про это говорили. Я не знал, что в СССР была фиксированная дата. Мы сегодня в группе ВКонтакте там даже немножко так пообсуждали на эту тему. То в России 3 воскресенье августа, а в Советском Союзе было 18 августа. То есть не всегда совпадает. Рублево-Медвенское, коттеджный поселок там, видите, даже есть. Длиннющая полоса. Я даже на последнюю треть сел, все равно вот еду, рулю еще.
Сейчас я хочу все это близко рассмотреть. Доезжаем до торца, направо освобождаем. Сейчас притормозим немножко, скорость у нас такая, чтобы было проще долететь, наверное. Двадцать шестая полоса в торце. Поворачиваем. Ох, все стоянки заняты тут. Братва наша поналетела. Сейчас всех растолкаем. Сейчас куда-нибудь себе местечко. Ух, тут как мы несемся быстро. Посадка низкая в данном летательном аппарате. Красивая ливрейка на аэробасе. Отлично. Так. Скоро, кстати, на вертушках полетим. Скоро будет стрим на них. Туда к Як-40 поближе сейчас прижмемся. Все, стоим. Сейчас, друзья, одну секундочку. Самолетик нам надо заглушить. Поехали на оверхед. На оверхеде включаем шину, выключаем генератор, выключаем зажигание. О, конец полета. Выключаем батареи в положение off и выключаем наш... И выключаем наш топливный кран. Оп. Все. Что у нас горит? Приборчик горит. Вроде все выключено. Да, выключено. Выключено. И поехали смотреть на красоту. Сейчас, ребят, сделаем кадр. Як-40 стоит. Ан-24. Красота. Красота. Давайте посветлее сделаем. Потом ночь сделаем, ночью посмотрим. Ан-12. Чуть побыстрее. Да не, нормально. Сейчас, ребят, снимочек сделаем. Я хочу посмотреть, что здесь реализовано. Вот она, вся эта старая техника стоит. Старая пожарная часть. Ан-2. Еще Ан-2. Пожарный водоем сделан. Все как раньше было. Трактора. Тормоза скрипят, как на старом добром Ан-2. Точно. Ричи, привет, земляк. Ричи пишет. Чао, рад видеть. Спасибо разработчику Тулы. Очень красивый город, да. Очень-очень красивый. Надеюсь, согласен полностью. Трактора стоят. Кто там в фарминг-симулятор играет? Меня все звали, я так и не поддался на уговоры. Смотрите, ребят. Город-герой Тула. Советский знак аэрофлотовский на здании. Здесь, конечно, подзагорелые негритусы. Никуда без них. Мусорный контейнер. И вот пошли наши автобусы старые. Скорая помощь, буханочка. Все эти желтенькие автобусы. Круто. Ну, давайте заныривать. Поехали. Вовнутря. Давайте сейчас камеру помедленнее сделаем. Потому что здесь есть проработка, и хочется ее более внимательно посмотреть. Труды разработчика так слишком медленно сделал. Ноль нельзя. Нужно хотя бы 0,8. Поехали. Коридоры. И вот мы выходим. Обратите внимание, зал ожидания. Газированная вода. Как сейчас помню, копейка без сиропа. 3 копейки с сиропом или 2. Пустые пивоводы. Столики, стульчики стоят.
Выход на посадку. Соблюдайте чистоту. Курить строго воспрещается. Аэрофлот. Расписание. Газетка «Правда». Да здравствует 1 либо 9 мая. Наш, а, 1 мая. 1 мая. 1 мая 1960 года. Шикарно. Шикарно. Можно газетку почитать. Слава городу Герою Тулы. Кассы, справочные, зал ожидания наверху. Красота неописуемая. Насколько круто это все сделано. Здесь то же самое. Газетка, расписание. Это, я так понимаю, почта, телеграф, телефон. То есть можно было выйти, позвонить, отправить письмо либо открытку из Тулы. Зал ожидания наверху. Камеры хранения, куда можно оставить что-то. Под кодовый замок. И входной туалет. Входную группу сейчас посмотрим. Волга стоит. Чайки Победы и так далее. Я в них не очень разбираюсь. Ну, слов нет. Семье не без... А, вы про Бобу-то, да. Ну, Тула великолепно. Снимаю шляпу. Завтра приеду с работы и обязательно полечу. Леонид пишет. Совершенно верно. Шикарная, шикарная работа. А можно было только сиропа налить несколько раз. Проработка просто сказка. Как на машине времени прокатился. Не то слово. Я вот смотрю, у меня какое-то восхищение просто. Я вот... Это настолько круто. Добро пожаловать в город-герой Тула. А картинка та старая, той старой Тулы, да? Да, судя по технике, да-да-да. Да-да-да. Ну, слов нет. Парк, автобусы даже вот. Это, конечно, очень круто. Сейчас я немножко темпа добавлю. Я как-то, у меня даже уже хвалебных слов нет, насколько это круто. Это очень круто. Просто. Смотрите, какая красота. Икарус замоделенный. Тот вот старенький. Были поновее потом Икарусы. Я не помню их в номерах. Не знаю в моделях, но как бы. Ну что, друзья мои. Очередной шедевр у нас в симуляторе. И кто бы что ни говорил, симулятор обрастает красотой. И вот такие работы. Это просто суперский подарок. Напоминаю, симулятору сегодня исполнился год. Первый годик. Скоро пойдем. Или уже пошли. Тут все зависит от успеваемости пациента. Ну, классно. Вот, вот благодаря комьюнити, благодаря вот таким работам, симулятор не может не зажить, когда вот такая красота появляется. У нас и Ту-134 делает Леша Ключко, К-31 он же. И сцены есть классные для разных времен. Кто-то хочет ультрасовременные аэропорты, пожалуйста. Кто-то захочет в такую машину времени слетать, вернуться, то есть посмотреть на всю вот эту красоту. Но слов нет, друзья. Клокова Совет Терминал. Вблизи пишется так, а издалека пишется Тула Норд. Это вот эта метка, видимо, стояла. Вот эта центральная. Вот. Можно было только сиропа налить несколько раз. Да-да-да. Мистер Экс, я тоже завтра на Сержике сюда полечу. Автору еще раз респект еще. Не то слово. Ребят, сейчас я метки включу, чтобы нам сфоткаться. И... Так, не туда. Слов нет. Алис, ты просто... Просто вот... Мега человек. Спасибо тебе огромное. Включаем имена. Сейчас мы всю нашу толпу увидим. Оп. Казалось бы, да? Я даже не хочу, чтобы эта фраза выпадала. Я хочу, чтобы она была видна. А, Art Pilot, New Moscow Boy. Это автор, это Алекс Колчин. Кто с ним рядом стоит, ребят, снимайте шляпы. Браво, маэстро, шикарная работа. Без каких-то вот преувеличений. Ахау Софт, Маринерский, Ричи, Мистер Икс, Мехлёд, Румаркс, Рыбак Чунг, Пал Крас, Вергер, Джонни Тарантино, Ваня, ты красавец, Виталий 86, Димон Кит, Аэрофлот 7453, Донадан Эстель, Соляникс, Ахау Софт, все здесь. Як 18Т даже на перроне. Ну и наш этот ударенный в голову Абоба катается между, видите. Ну, как говорится, дурачок тоже сегодня отлетал. Как говорится, ой, грех, грешно смеяться над больными людьми. Ребят, спасибо большое. Работа невероятная. Просто очередной шедевральный сценарий, который можно скринить, летать, показывать. Говорит, ребят, вот, вы ругаете наш симулятор, а у нас есть такие вещи, которым аналогов в многолетних существующих симуляторах нет. Вот такая красота. Да и не ради этого, конечно, все делается. Делается ради кайфа и удовольствия. И работа крутейшая. Крутейшая.
Просто. Дим, о, решил ко мне в гости прилететь. Да, мы уже всю Тулу пролетели вдоль и поперек. Шикарнейшая работа. Вот, Алекс, снимаю шляпу. Вот, просто. Ты не представляешь, насколько это круто. Мало кто оценит, мало кто поймет. Хотя, я думаю, что любителей достаточно. Делаю скриншотик на память. Годовщина симулятора, друзья. Поздравляю. Олег пишет. New Moscow Boy, красавчик, спасибо за ту... Вот, да. Всем спасибо за компанию, автору сценария. Особенная благодарность. Круто, Виталий пишет. Павел Орлов. Душевный стрим, ребят, не расходимся еще. Сейчас у нас будет после стрима. Сейчас я посмотрю на часы, мы успеваем или нет. Потому что я всегда берегу ваше время. 22:02. Буквально еще полчасика вас займу, покажу вам самолет, по которому отдельный обзор снимать не хочу. А так вот на стриме, мне кажется, зайдет. Давайте мы его посмотрим. Вот, друзья мои. Алекс, спасибо за добрые слова, дружище. Нет, ты сегодня просто принимай благодарности. Спасибо, это за нами сегодня. Ну, вот, слов нет. Не хочется даже уходить, но надо. Поехали, друзья, в меню. Спасибо всем большое, скриншот сделал. Ребят, кто летел за компанию, вы лучшие. Вот. Этого болезного обижать не будем. Он тоже полетал. Это я про Боба. Так, и поехали на World Map. Я хочу вам показать самолет Grumman. Он же G-44. Это вот такой вот самолетик. Называется Grumman G-44A Vision. 103 узлов самолет летает со скоростью. Максимальная высота 14600. 6 часов может находиться в полете и пролететь расстояние 920 миль. Достаточно далеко. Это амфибия, у которой двигатели находятся наверху. И несущая поверхность, с которой он плывет, это его фюзеляж. То есть это лодка. Двигатели все находятся наверху. Там даже интересно то, что внизу органов управления нет. Все на оверхеде. Сейчас посмотрим. Выбираем самолет. Выбираем ливреи. Ливреек в комплекте идет буквально 5 штучек. Выбираем любую, какая нам нравится. Видите, всякие есть. Rescue, спасательная лодка. Там какие-то еще. Военный борт. В общем, такой достаточно историчный самолет. Можно топливо залить по-разному. Оставим половинку. Вот. И я предлагаю слетать нам на Аляску, где он более органично будет выглядеть. Goose Bay, аэропорт, их несколько. Вот, мы выбираем, который Zulu 40, Zulu 4.0. Вот, находится данный аэропорт прямо на берегу. Сейчас посмотрим, что там за погода. Видите, тут небольшое озерцо. Заливчик такой. Вот, озеро. Рядом Anchorage находится, аэропорт большой. А этот Goose Bay, он находится рядышком, вот, на этом озере. Мы на стоянке встанем. На стоянке номер один. Рампа один. Departure. И, в принципе, fly, да? Даже, смотрите, время получается в Канаде 11... А, Аляска. 11:01. То есть, прям по реальному времени даже летим, да? Flight condition. Давайте посмотрим. Давайте выключим метки игроков. Трафик выключим. Все остальное live. Fly. Ричи, спасибо за экскурсию. Дорогой ты мой, спасибо тебе. Сергей Волгарев, все супер, сценарий шикарный. Посмотрел на расслабоне. Спасибо, ребят. Вячеслав Орюхин, спасибо огромное. Крутой сценарий, красота, мега респект. Да, да, ребят, да. Вот у нас все больше и больше таких вот шикарнейших работ. Я все время вспоминаю Калугу Виталия, который сегодня был тоже у нас на стриме. Баратаевку Петра Мамонтова. Омск Антона. Все это вот люди, которые стараются, делают невероятную красоту. Вот частичку души закладывают в каждый сценарий, тогда получается красота. У Алекса, помимо Тулы, я же говорю, что есть шикарные Барти, есть шикарный Орловка, Доброград, Волжанка. Помните, на берегу вот эта база отдыха в Тверской области? Есть Валдай с лендмарками, мой Великий Новгород. Я... Вот очень много таких работ. Я боюсь кого-то забыть. Есть шикарнейшие сценарии, которые сделаны невероятно клево. И вот благодаря комьюнити, конечно, обрастает симулятор. Вот, а мы тем временем загрузились на самолетике, который называется Grumman G-44. Что меня в этом самолете напрягает? Когда он только появился, в нем текстуры были еще хуже. То есть сейчас их немножко подшаманивают. То есть ребята из Fly Simware делают крутые проработанные самолеты, но при этом текстурки оставляют желать лучшего. Сейчас вот, грубо говоря, стало все лучше. Обратите внимание, здесь все на оверхеде. Здесь ниже ватерлинии, грубо говоря, вот этой полосы, нету никаких органов управления. Здесь даже руды и закрылки, все наверху. Вот это руды, это кран шасси, закрылки и так далее. Мы сейчас ко всему этому подойдем. То есть, и, собственно, наше вот это управление, видите, оно синхронное, на такой, ну, как на Бивере, на многих таких самолетах такого типа. Вот, но текстурки, конечно, но вот сейчас они их немножко приводят в порядок. Но вот этот вот зеленая вот эта блевотная ткань
из FSX. Эти ребята делали эту же модель для FSX и припара. О, как там заметалась машинка. Вот, и, соответственно, понимаете, вот эта ткань сюда перекочевала. И что еще паршиво, в симуляторе MSFS есть нормальная красивая радиопанель. Они берут и портируют сюда панельку из FSX. Видите, вот эту блекло-серую. То есть здесь прибор нормальный, он есть в SDK. Блин, дети спят, наверное, уже, да? Вмандите сюда нормальную коробку, которая есть в симуляторе. Зачем вы берете текстуру из FSX? Артур Бондарев, спасибо за такой сценарий. За родной город Герой Тула. Я частенько летаю теперь там. Да, вот, ребят, те, кто оттуда родом, я прям даже вам завидую. Вот, в остальном претензий особо нет. То есть Груман неплох. Даже вот эти вот царапинки хреново сделаны, но ладно, как бы. Зато здесь практически все работает. Любую кнопочку можно нажать. Даже на часах, видите, режимы часов, которые обычно не работают, здесь все работает. То есть FlySimWare берут тем, что они делают хорошие. У них Learjet был хороший, у них Falcon был хороший. Дыра, что ли? Это вот где шасси, да, туда? И что, она герметично закрывается? Ну ладно. Вот, в общем, такой самолетик, в нем 4 места. Можно 5-го посадить вместо 2-го пилота. Ну, кстати, здесь вот затекстурено. Может, я докапаюсь, ребят, я не знаю. Здесь вот грузовой отсек. Вот. Весло даже есть, видите, напоминаю, что это лодка, вот, и здесь даже весло присутствует. То есть, в целом, самолетик неплохой, но текстурки, конечно, багаж открывается. Да, мы сейчас все это откроем. Вот, и, в общем, снаружи, если его посмотреть, вот, обратите внимание, стоит такой аппарат, мы стоим в траве, мы стоим на растяжечках, если вам видно, натянуты ниточки, чтобы он не падал. У него две шасси, верхние движки, двухлопастные деревянные, собственно, винты и две таких вот лодочки на крыльях, чтобы не завалиться на бок. То есть мы когда скользим, закладывая крены, наши крылья наклоняются, чтобы в воду не утопить движок. Здесь стоят такие штучки. Причем все, самолет обновлен до последней версии, рисует кильваторный след как свой, так и этих лодочек. То есть попеременно касаясь воды, можно чертить кильваторный след. Я сейчас все это покажу. Опять этот парень, такой же, как в Туле стоял. Скорее всего, делали в Paint, но не угадали с разверсткой текстуры. Демов. Нет, они взяли... У меня есть такой еще один самолет. Называется ТБ-21 Тринидад Табака от Lionheart. Они его взяли просто и запендюрили из FSX припара. То есть там бы это смотрелось, ну, более-менее. В тех текстурах нормально. Здесь, после того, как мы... Ну, вот уже лучше стало. Видите, металл стал блестеть. Еще недавно в предыдущих версиях было совсем паршиво. Я когда на него посмотрел, я думаю, я такое, блин, даже близко не куплю. То есть сейчас уже он пригоден к покупке, тем более, что он летает хорошо. И система реализована, и всякие там фишечки, то есть его можно там даже в какие-то в отказы загнать. Ну, смотрите, то есть все работает, форточка открывается, видите? То есть все, за что можно прикоснуться, все анимировано, все реализовано. То есть форточка меняет звук, полноценно открывается. Вот, то есть там даже видно, вот эта ее объемная часть прорисована. Все очень круто. Чек-листы все сделаны. Сейчас покажу, что вот чек-листы работают. То есть мы сели в самолет, он достаточно непростой. То есть с ним... Ага, это скрыть эти самые. Это вот интересно, что за деревянная фигня такая. А-а-а. Оп. Ну вот, да, о том, о чем Дима говорил. Багажный отсек. Ну, в общем, здесь... Ну, туда камера уже не пролазит. То есть мне туда не залезть. Ага. Максимальный багаж 20 ЛБСов. 20 ЛБСов это сколько получается? Это на 3 делим 6-7 килограмм. В общем, шматье накидать с чемоданами какой-то. Не тяжелое. Мне кажется, что Миша стал слишком много кушать про текстуры. Стас. Ну, я не знаю. Я, может, придираюсь, но я всегда говорю, как есть. Мне в этом симуляторе очень нравятся пластики, металлические поверхности. И когда вот такие вот тряпочки, вот, ну, блин. Ну, есть же тряпочка в DE62 на кресле. Она красивая и объемная. Но здесь... Ну, я фиг знает. И вот эти вот царапания тоже. Нет, я говорю, что самолет... Вот сейчас он мне начинает нравиться. Мне нравится то, что у него пошла такая достаточно хорошая проработка. То есть разработчики стараются. Вот. И, собственно, возвращаем штурвал. И вот, допустим, сели вы в него впервые. Я точно не так давно... Точнее, давно на нем не летал. Эту версию в FSX я помню точно, в припаре я на нем не летал. В FSX, по-моему, могу путать, ребят, могу ошибаться. Идем в чек-листы, ребята делают все идеально. Вот у нас чек-лист, меню чек-листов. Обратите внимание, pre-flight inspection, before start engines, то есть предполетная подготовка, перезапуск двигателей, запуск двигателей, запуск правого-левого двигателя перед взлетом. На полосе, en-road climb, круиз, before landing, after landing, stopping, то есть все чек-листы подробные. И вот поехали. Паркинг-брейк. То есть все настроено. То есть есть виды. Вот он, паркинг-брейк.
То есть надо его на него встать. Встали. Нажимаем тик итон. Что-то от оно не тикнуло только. А, надо выбрать. А, full quantity. Посмотреть количество топлива. Ну, мы, в принципе, наполовину баки заправлены по умолчанию. Тоже тик итон, control stick. То есть попробовать наши штурвалы. Все работает. Там, кстати, сбоку бумажка лежит. Сейчас мы давайте-ка к ней повернемся. Дело все в том, что эта бумажка — это своего рода меню управления самолетом. Ну, какие-то базовые вещи. То есть здесь можно убрать чоки из-под колодок. Remove. Галочка — это значит убраны. Затычки двигателей. Там на двигателях заглушки стоят в воздухозаборниках. Тайдаун — это растяжки. Веревки, на которых растянут самолет. И есть какая-то опция реализма, гидравлическую систему реалистичную ввести. Давайте ее включим. Здесь enable включает, здесь remove убирает. Вот, возвращаемся назад и поехали к чек-листам обратно. Чек-листы. Ctrl-stick мы проверили. И power lever должны в idle стоять. Вот, я напоминаю, что здесь руды от себя и на себя. На себя малый газ. Тик и там. И идем к следующему чек-листу. Before starting engine. Avionics switch. Положение on. Включаем. Сейчас мы сторонку уберем. Так, где он у нас? Покажите нам его. Avionics switch. Включили. А, он должен быть выключен, поэтому не подсвечивают. Это подготовка. Выключен. До запуска движков авионика должна быть выключена, чтобы не было заброса напряжения. Battery. Включаем. Включили. Батарея. Навигационные огни, экипаж в кабине. Включаем. На оверхеде. Навигационные огни здесь. Включаем в положение on. Тикаем. Генератор switch. Включить генераторы, чтобы движки, когда заработают, мы сразу на них вышли. Здесь два генератора включаем. Генератор левого и правого двигателя. Готово. Топливо и кроссфиды. Здесь у нас, собственно, топливные баки. Раз, два. Кроссфит — это перекачка топлива между баками. Включаем, потому что движки стартуют не одновременно, по очереди, чтобы перекоса топлива не было, сразу же выровняется. Можно закрыть тут по желанию. Давайте кроссфит откроем, перетечку. Готово. Тик итем. И микстур левер рич. Это у нас смесь. Здесь котов — это выключен, перекрыто топливо. Лин — это бедная смесь. Рич — богатая. Обогащаем смесь максимально перед взлетом. Максимально обогащаем. Песель у меня тут копает дверь. Сейчас я ему открыл. Готово. Далее триммеры. Собственно, триммирование. Здесь у нас триммер есть. Вот нос влево, нос вправо. И нос вверх, нос вниз. Оставляем их по центру, ничего не трогаем. То есть это триммирование. Две ручки триммеров на оверхеде. Такая редкость небольшая. Так. Готово. Про текстуры пишут. Ребят, в чате тишина полная. Все хорошо у вас? Так, и tail wheel unlocked, то есть заднее хвостовое колесо, оно блокируется, то есть его можно разблокировать. Видите, можно заблокировать во время взлета, чтобы оно не болталось. Можно разблокировать. Для руления мы его разблокируем. То есть оно блокируется и смотрит, и сильно не отклоняется. Оно не поворотное, оно самоориентированное. То есть куда самолет тащится, туда и разворачивается колесо. То есть управлять задним колесом нельзя. Поэтому его можно либо заблокировать, либо разблокировать. Рулем разблокируем, на полосе выравниваемся, блокируем перед взлетом. Либо можно не блокировать, но тогда придется активно педалями работать и случайно не загнать самолет там в какие-то критические режимы. Вот. Все. Tick item. Starting engine. Beacon. Первое, что нужно сделать, включить проблесковый огонек, потому что включаем двигатели. Далее, включить правый топливный насос, потому что запускаем двигатель. Видите, амперы увеличились. Включаем один насос, ток вырос. Включаем два насоса, сильнее вырастает. То есть каждый потребитель влияет на амперы. То есть смотрите, у нас в текущий момент показывает небольшой ток. Это ток, связанный с включенными навигационными огнями и beacon light'ами. Видите, то есть влияет это все. И включаем правый топливный насос. То есть амперметр показывает реальный ампераж. Это круто. АБ, не получается зайти на ваш стрим на Твиче. Да, там какая-то проблема. Я потом попробую разобраться. Я с Твичом никаких... Не умею с ним работать, не умею его готовить. Ну вот, от слова совсем. Все, топливный насос тик итем включили. Prime Engine. Prime Engine. Вот. Ну, не знаю, сколько там. Дать небольшую тягу. Обычно дают чуть-чуть. Тик. Теперь магнето зажигание. Покажите нам магнето. Магнето здесь сдвоенное.
Видите, магнита правого, левого двигателя. Нужно включить в положение бот. Включили в положение бот. Нажали. И теперь дернуть стартер. Стартер включили. И движок запустился. Запустился движок. Пошел работать. После этого нам предлагают... Так. Стартер отщелкнулся. У нас в порядке. Тикитом правую топливный насос можно выключить. После запуска двигателя он не нужен. Проверяем давление масла. Вот. Давление в зеленую зону заходит. Видите, желто-зеленое на границе. Проверяем. И теперь то же самое. Вот это мы не прощелкали. Теперь то же самое для двигателя левого. Все то же самое. Левый топливный насос подключаем. Руды немножко вперед. У меня пары даны не по отдельности, поэтому тоже тик. Магнето свич для левого двигателя включаем в положение бот. Стартер левый включаем. Он после запуска сам отщелкивается, насколько я помню. Да, он отщелкнулся, двигатель запустился. Левую топливный насос можно выключить. Проверить давление топлива и включить taxi lights. Taxi lights у нас вот здесь. Готово. То есть, в принципе, здесь все... Ну, before take-off тут уже более-менее понятно. Давайте посмотрим, что два движка работают. А, левый-то не запустился. Так, тари. Левый топливный насос. Тут все готово. Немножко тяги. И левый... Работает, да? Все. Пошел крутиться левый двигатель. Нет, не работает. Второй не обогащен. Сейчас. Да. То есть мы возвращаемся, если мы что-то... Ну, вроде дал немножко. Или о чем речь? Как по мне, так FSX кабина была покруче. На все кнопки включались, но вид был лучше. Чем? Я считаю, что здесь просто нужно было доработать. Так, магнитор. Че он не заводится-то? Готово. Стартер. На подходе. Че мне нравится? Вот, видите, такой самолет, в котором надо подумать. То есть не все может сходу и получиться. Не заводится. Что не так? За спиной где обогащение смеси? Что я забыл? Едай твою. Микстура-то здесь раздельная на каждый движок. Забыл, ребят, но вот видите, как бы, да, то есть надо обо всем на свете помнить. Так, здесь есть, готово. То есть я там стояла в перекрытый топливный кран, то есть смесь стояла в котов. То есть здесь смесь, она на левый и на правый движок, я и забыл совсем. Карбюратор хит, кроссфлоу, не знаю, надо, не надо, я думаю, что в принципе перелилось, уже кроссфит можно закрыть. Все, движки работают. Вот, после этого... авионику такие можно включить после того, как движки запущены. Можно по чек-листам пройти, я думаю, что не буду. Подключается гарминка, здесь дефолтная гарминка 530, рядом у нас присутствует оборудование. Так, стоечка, это DME оборудование, можно вести частоту, увидеть расстояние и так далее. Это у нас ADF-приемник. Это у нас ответчик. Ставим в положение стендбай. Можно, в принципе, вальт поставить. Сейчас уже будем взлетать. Что за этого товарища? К
Крутится долго крутилка. Пул тест. А включение как? Панель громкости, что-то не пойму, почему он не включается. Ладно, разберемся потом. Пилотажный прибор. Видите, простенький автопилот. Удержание heading, nav, approach, altimeter. Часы рабочие. Параметры двигателей в зеленых нормах. Здесь вот немножко. Правый двигатель холодный. Топливо холодное, да, получается, температура топлива. Или это давление? Давление. Давление топлива, давление массовой температуры. Угу. Надув и обороты. Тебе спасибо за инфу и промокод. А, Евгений пишет. Привет, сегодня приехал новый Gladiator Next. Джойстик просто огонь. После Logitech 3D Pro просто небо и земля, настроить не смог с первого раза, пришлось общаться с поддержкой, все помогли настроить. А у меня же вроде ролик есть. Если что не получилось, ты скажи, я потом это все озвучу. Александр Антохов. До компа добрался, Миша, извини, с ошибками писал, очки дома были и по телефону, ничего страшного. Так, ну что, полетим, слетаем сейчас, да? Посмотрим на этот аппарат, у меня что-то он тихо звучит достаточно. После нашего этого пердомонокля, чтобы вам слышно было звучки, немножко добавлю. Вот. Ну вот такой аппарат. Сейчас выкатимся, взлетим. У нас... Ага, взлет в ту сторону. Сейчас направо развернемся. Попробуем немножко пролететь. В общем, такой самолет неоднозначный. С одной стороны, по текстурам, конечно, бяка. С другой стороны, проработан хорошо. Если есть надежда, что его допилят и доработают... Ну вот Дима в VR на нем летает. Говорит, что в VR он выглядит хорошо. Прям вот. Многое компенсирует. То есть то, что вот не в VR. Но тем не менее. Снимаемся с парковочного. Направо разворачиваемся. Порточку если открыть, звук поменяется. Звук от порточки зависит. Тут колонка заправочная. Я, наверное, ее объеду. У нас такой самолетик, на котором можно и по травке поездить. В принципе, здесь, в принципе, аэродром травяной. Поэтому заправочную колонку проезжаем. Погнали. Вот, Евгений, что касается джойстика, Gladiator Next наикрутейший джойстик. Я на чем только не летал, столько в руках подержал. Вот он у меня сейчас в руке. Невероятное ощущение. Очень рад за тебя. Рад, что подошел промокод. Рад, что как бы сработал наш стрим. Получилось познакомить зрителей со всей этой красотой. Ну, что я могу сказать. Так, нам сейчас залетать надо будет. Очень рад за тебя. Поздравляю с покупкой. И так далее. Сюда вырулим и пойдем на взлет. Уехали. Тут вода, правда, будет, но мы до воды должны взлететь. При взлете неплохо бы блокировать хвостовое колесо, чтобы вот таких вот не было движений странных, но тем не менее вот он уже летит. Летает самолет хорошо, очень хорошо. То есть, по ощущениям прям огонь-огонь. Шасси убираем. Сейчас не пойму, почему не убирает шасси с кнопки. Уберем ручную. Видите, здесь еще защелочка такая есть. Шасси убрано. Такой вот аппарат, сейчас покажу посадочку на воду, как он отрабатывает элеваторный след, но... А выводы делать вам самим. Нужен такой самолет, не нужен. Проработан хорошо. 3D формы не хватает. Да. Планер пишет. Народ, подскажите, пожалуйста, подписка на Играх автоматически продлевается? Деньги снимают с карты автоматом или надо заносить вручную? Мы за год платим, я не помню.
Евгений, настраивал по твоему ролику, видимо, прошивка уже не актуальна. Уже 2.06, если из-за старой прошивки оси и кнопки не реагировали вообще. Так, у меня в ролике есть ссылка на каталог с прошивками. Помог человек в скайп из ВКБ. Целый час мне объяснял, что и как. Да, в этом плане они молодцы, конечно. Меня автоматом снимают. Сергей пишет за Новиграф. Так что вот такой аппарат. Летим. Сейчас мы его на воду притулим, и я покажу, как он весьма интересно оставляет кильваторный след. Работают все вот эти штучки его. Вот эти вот лыжинки. Так, далее. Сейчас вот к Берчвуду туда долетим и причалим. За спиной у нас Анкоридж. Весьма такое интересное и известное место на Аляске. Многие туда летали. Скорость большевата, прибираем, примеряем. Мы в желтой зоне, почти в красную его загнали, я еще и пикирую. Видите, к воде снижаюсь. Сейчас будем выполнять посадку, прямо на пузо. Потихонечку снижаемся, визуально оцениваем высоту. Можно высотомер поставить и отследить по нему уровень воды, но тут лучше визуально. На отдув прибрали, обороты падают. Скорость 140. Это лодка, поэтому нос сильно не опускаем, чтобы не скопотировать. Сам опустится. Готово. Мы на воде. Видите, рисует он лыжинками. Причем, если я, допустим, крен дам влево, он начнет левой чертить. Правой, право. То есть кильватор здесь реализован именно от физического объекта и достаточно похож на правду. Лодочка в воде. Красиво, пафосно плывем. Педаль я зажал случайно, поэтому немножко ушли в сторону. На воде тормозов нет, поэтому плывем. Под собственным весом останавливаемся. Евгений, особо понравилось, как его можно настраивать физические, логические кнопки. Да, да, да. Макросы, если углубиться, столько всего можно сделать. Да, совершенно верно. Сейчас мы к хиллтопу подплывем. Алекс, так как над СССР небо было закрыто, то летали через Анкоридж с пересадкой или дозаправкой. Поэтому там такой крупный город образовался и аэропорт столица Аляски. Совершенно верно. Я тоже сначала испугался, думал, что-то сломал. Нет, там все можно сбросить, перепрошить. Техподдержка у них хорошая. Где же брызги в лобовое стекло при посадке? Дизлайк, отписка. Ну так это к авторам. Я вам показываю. Как оно должно быть. Точнее, как оно есть, а вам уже все решать. Дизлайкать, отписываться. И так далее. Маяк даже мигает, видите. Интересно, если в воде шасси выпустить, я не помню, что у него с герметизацией. То есть как, ну, в принципе, должен, нужна амфибия. Или у него только на земле можно шасси выпускать. Или только в воздухе. Попробуем открыть шасси в воде. Хотя с учетом такой системы защелок, чтобы случайно не выпустить, видите, вот этот логгер ап, логгер даун.
прям. Сейчас посмотрим. До берега доплывем. Хотя тут до берега еще как до Китая. Брызги надо покупать. Скорее всего. Скорее всего. Что за полосы на воде? Кильваторный след. Якобы такой прикрепили и делали. Что-то берег все дальше и дальше. Я думаю, когда же он, когда мы к нему подъедем-то? Мне интересно, шасси на воде у него выпускаются, нет? Видите, мы едем, скорее у нас опущено правое крыло, поэтому с небольшим креном едем. Или ты про какие полосы, это сети? А, ну это, наверное, квадраты текстур, наверное. Есть вот эти стыки вот эти, да? Имеешь в виду? Есть они на воде, к сожалению, пока. Пока не убраны. Такой мелкий-мелкий баг. Все, подъезжаем. Вот как бы его остановить-то? Тяга такая большая. Вдоль берега ее погасить. Скорость. Красивый. Ой-ой-ой. Смотрите, направо, на левое крыло оперся. В повороте. Я педальками подруливаю. Ну, в общем, такой аппарат, чтобы вам понимать вообще. Все, что хорошее, мы на этом летаем на стриме. Все, что... Да что ж такое-то? Все, что вызывает сомнения, смотрим на послестримях. И что скажешь про этот джойстик Logitech Extreme 3D Pro USB? Хороший джойстик для начала, но вот выше человек писал, Евгений, что купил Gladiator Next и познал дзен. И огромную разницу. Logitech хороший джойстик, многие с него начинают. Hello Player, красота, что-то даже самому захотелось там полетать. Аляска, очень красивое место, да. Ну что, опускаем шасси, как говорится. Отпустим в воду. Че, утонем, нет? Что-то случилось. А, нет, все, встали на шасси, смотрите-ка. Ну, вообще не уверен, что он так найдет. По-моему, в воде он шасси не выпускает. Ну, в общем... На лужайке запаркуем. Мы, кстати, лендинг лайты не зажгли, и стробы не зажгли. В общем, те еще пилоты. И подогрев трубки ПИТО не включили. Вот она, и трубка ПИТО здесь есть. И, соответственно, разного рода огни. Ничего не повключали. Все, все в стиле Вертави. Все, как всегда, еще у нас что-то ушел этот. А, триммер я сам крутил. Триммер-то у меня здесь. Вот он. Управление триммером это я сам. Все, встаем на парковочный. Тоже скрипнул. Характерно. Биконы гасим. Сейчас будем выключать движки. Движки можно выключить самым простым способом. Закрыв им. Перекрыв им микстуру. Раз. Два. Топливные краны закрываем. Вместе с этим. Так что самолет на любителя. Топливный насос левый не выключили. Taxi lights выключили. Навигационные гасим. Все. Амперметр показывает 20. Это что такое? Так. Включаем магнита. Включаем магнита. Закрылки тоже не использовали. Вот указатель закрылок. Сейчас не работает, потому что движки выключены, гидравлики нету. В общем, такой вот беглый взгляд, беглый обзор на самолет. В принципе, все неплохо. Авионику выключаем, батарейки выключаем. Вот, и, соответственно, ставим самолет на колодки.
заглушки в движки и растяжки. Готово. Борт на земле. Пристегнут, привязан и готов к вашему следующему полету, друзья. Давайте посмотрим на окрестности Аляски. Да, здесь очень красиво, кто не летал, друзья. Скоро будет Меж Аляски. Меж это... О, здесь аэропорт был. Чуть-чуть не дорулили. Так, сейчас я... Что такое скрипит? Камеру убрал, все равно скрипит. Биршвуд, аэропорт. И вот, собственно, Аляска. Прям такие грозные тучи здесь ходят. Хиллтоп. Населенный пункт. Сейчас, друзья, будем уже и прощаться. Сейчас я камеру переведу повыше. Солнышко хочется увидеть. Станислав Ченков. Эх, прям Spin Tales. Чудеса на виражах. Ностальгия. Да? Ну, как это? Как говорят хейтеры, Вертавия все. То есть, летает как аркадник. И так далее. Зато какие красивые кучевые облака. А мы, да. Мы превратились все в аркадников. Куда нам? До серьезных пацанов. Вот. На Аляске можно не включать. Всем спасибо, всем доброго-доброго всего, Сергей, взаимно. Это на котором Балу летал. Да, да. Это скрип моего кресла. Что скрипит, понять не могу. Звук от самолета какой-то подвис и скрипит. Сейчас я его уберу, друзья, чтобы он не раздражал. Вот, дорогие мои, с годовщиной нашего любимого симулятора. Рад был вас всех видеть на канале. Спасибо, что пришли. Послезавтра 320-й Загреб, Ираклион. Из Хорватии полетим в Грецию на 320-м. Посмотрим обновленный пушбэк от FS2 Crew. И посмотрим A320 NX Project от FS2 Crew. Именно уже экипажную часть, которая вот только-только вышла. Спецом под новый сим. Спасибо большое за все. Димов, какой плохой вертавий летает в свое удовольствие? Мы по-всякому умеем летать. Вот. Надо, мы и по процедурам слетаем со всеми нюансами. Мы все умеем и от всего получаем удовольствие. Друзья мои дорогие, спасибо вам большое. Крайне вам благодарен, признателен, что пришли, поддержали. Я что-то сегодня какой-то не в своей тарелке. Надо отдохнуть и выспаться. Вот, до встречи на новом стриме. Уже буквально в пятницу. Полетим, посмотрим, что там, как, чего. Вот, и все будет ясно и понятно. До новых встреч, друзья. Не болейте, берегите себя, и все будет хорошо. В Эксплейне 11 нет. В Эксплейне 11 пока немножко отодвигаем. В пятницу будет стрим в MSFS, в 320-м Airbus от Fly-by-Wire с теми вот прибудами, с Pushback Express и с FS2 Crew экипажем. Все посмотрим, все поглядим. Даже Абоби благодарен. Да почему бы нет? Ну, что поделаешь? Ну, вот. Так бывает. Что на болезных обижаться? О183, Алекс 1, спасибо за стрим. Shadow Player, Виталий Харламов, Планер. Ребят, спасибо большое. Всем до новых встреч. Берегите себя, не болейте. До новых встреч на канале Вертавия. В пятницу 19.00. Дальше полетим. И все у нас будет интересно. И все будет познавательно. Пока, друзья. До новых встреч. Пока-пока.